Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Алло. Алло. Алло, Андрей, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Добрый день. Андрей, очень приятно познакомиться с вами. Меня Алексей зовут. Я вижу, что вы успешно регистрацию прошли при поддержке компании «Газпром» на дополнительный доход. Интересовались, верно? Ну, как вам сказать? У меня автосервис. А вы говорите, как есть. Моя супруга считает, что я недостаточно зарабатываю. И она сказала, займись хотя бы чем-то, что принесет пользу. И она меня зарегистрировала, поэтому я даже не знаю, где и как. То есть, подождите, у вас свой автосервис, правильно вас понимаю? Да, у меня свой автосервис, у нас свой гараж, ну, такой маленький совсем автосервис, местного, скажем так, масштаба. Ну, вот она сказала, говорит, ага. Я тебе на первоначальный взнос в инвестиции деньги дам, ну вот давай, начинай. Знаете, Андрей, ну это женщины, им всегда всего мало, понимаете? Я могу вас понять. Ну, это да, да. Я вас услышал. Хорошо, давайте тогда немножко познакомлю вас с нашей компанией. Да, ага. Да, я так понимаю, вы регистрацию самостоятельно не проходили, особо нет, ни с чем не успели ознакомиться. Нет, она прошла правильно? Регистрацию, я ни с чем не ознакомился, она меня просто предупредила, что мне позвонит менеджер и мне все предложит, чтобы я пробовал. Угу. Я вас услышал. Хорошо. Тогда подскажите, а у компании «Газпром» вообще что знаете? Ну, может, поверхностно хотя бы. Не, ну, конечно, как и все, слышал. Да, то есть должны быть в курсе, что это большая транснациональная энергетическая компания, которая занимается непосредственно добычей газа и нефти, правильно? Да, да. Ну вот, но вы наверняка не знали, что также у «Газпрома» есть еще два направления. То есть вы как вообще телевидение любите смотреть? Там Первый канал, ТНТ, возможно. Сейчас, одну секунду, подождите, я сейчас оплачу покупку в магазине. Да-да-да. Сейчас, я буквально секунду. Пошло? Так, все, я с вами. Слушаю. Смотрите, говорю, вы телевидение как вообще любите смотреть? Там Первый канал, ТНТ, возможно. Ну, Россию один я обычно смотрю. Ну, думаете, о этих каналах тоже знаете наших российских? То есть это непосредственно «Газпром Медиа», что включает в себя телевидение, радио, прессу, ну и, конечно же, «Газпромбанк», то есть финансовое развитие. Так вот, хочу вам объяснить, что при поддержке как раз-таки Российской Федерации, Департамента финансового развития нашего холдинга, мы как раз-таки и организовали большую рекламную кампанию по привлечению наших граждан к возможности частичной занятости. Ну, простыми словами, это действительно возможность организовать для себя дополнительный заработок и, так скажем, быть более подкованным в финансовой грамотности, потому что в наше время это, на самом деле, очень важный ресурс, хочу вам сказать. И так как регистрация ваша жена прошла успешно, то есть она была одобрена, вот вас набираю, немножко познакомиться, ознакомить вас детальнее с информацией. Но прежде чем мы начнем, позвольте вам задать несколько регламентных вопросов. Хорошо? Да, давайте, конечно. Угу. Смотрите, тогда познакомим вас немножко с нашей компанией. Давайте познакомимся, Андрей, теперь с вами. Вам вообще сколько полных лет? 39. Ну, прекрасный возраст. Но звучите вы на самом деле моложе, если честно. Я думал, может, вам вообще... Ой, ну спасибо. Нет. Прекрасно, Андрей. Хорошо. Ранее, правильно понимаю, опыта у вас в данном направлении еще не было. Или, возможно, в чем-то успели себя попробовать? Нет, не было абсолютно. Я занимаюсь как-то бухгалтерией, скажем так, на своем предприятии, но вот опыта в инвестициях пока не было. Я вас услышал. Ну, то есть в этом нет ничего на самом деле страшного, если у вас нет должного опыта или образования, так как здесь вы работаете под сопровождением нашего опытного специалиста, то есть вы здесь самостоятельно, по сути, ничего не делаете, то есть вам преподносят уже готовую информацию. Это и дает вам, в принципе, плюс в доходности, потому что большинство людей пытаются заниматься, так скажем, инвестированием самостоятельно, но так как они не особо понимают, как правильно это делать, у них, в принципе, ничего и не получается. И в таком случае они приходят
в принципе, к нам. Но по-правильному, конечно, да, это делать изначально уже с компанией, которой они занимаются непосредственно данным направлением. Угу. Это то же самое, знаете, что полезть человеку, который, в принципе, не разбирается в машинах, что-то чинить. То же самое, на самом деле. Ведь по-правильному определиться какой-то сервис для того, чтобы... Да, для того, чтобы сделали по-правильному свою работу. Хорошо. Угу. Ну, если вы все-таки интересуетесь дополнительным заработком, я вас хочу, так скажем, предупредить, что здесь, по сути, не будет занимать много времени дополнительный доход. Так как здесь нужно вам начать с минимальных шагов, выделяя вопросы по 15-20 минут 2-3 раза на неделю. Вас вообще вот с вашими обязанностями, с вашим графиком работы, вас это время устроит вообще? Ну, так как я владелец этого маленького нашего гаража, то у меня времени достаточно. Да-да, я говорю, у меня времени достаточно. Потому что я, как это, владелец. Я могу распределить обязанности. Алло, я вас не слышу. Вы здесь? Да-да, я здесь. Почему меня не слышно? Сейчас слышно? Алло? Алло. Ну да, я подъехал к дому. Телефон переключился на Wi-Fi, наверное, поэтому. Алло. Алло, алло. Да, у вас связь пропала. Да, да. Вы знаете, я просто. Да, я подъехал к дому, и Wi-Fi переключился. Ну, связь. И, видимо, поэтому, может быть, что-нибудь произошло. Ну да. Да, возможно. Вот. Хорошо. Все, я сейчас я свободен, могу разговаривать. Прекрасно. Я вам объяснял, что вы здесь, по сути, не уделяете своему доходу много времени. То есть это, возможно, вы переживали, что будет занимать много времени, и у вас будут проблемы там... Нет, я вам, когда вы меня... Нет, когда вы меня не слышали, я вам объяснял, что я являюсь владельцем этого автосервиса, поэтому если я обязанность распределил, я могу... Как это, у меня очень много свободного времени. Хорошо, Наталья. Женя, по сути... Ну, разных сфер, вот почему я это говорю. И, так скажем, вообще и у каждого то, чтобы развивать собственный бизнес. Кто-то хочет приобрести, возможно, какую-то недвижимость в плане там квартиру, дом, не знаю, что-то такое, машину. А у вас вот какие вообще цели от дохода? За что было бы в приоритете заработать? Ну, в приоритете было бы, чтобы моя супруга была довольна моим заработком. Ну, тут другого приоритета нет. То есть всего уже, в принципе, достигли? Не, ну, чего я достиг? Ну, около 150 тысяч у меня есть доход в месяц. Ну, вот моя супруга считает, что этого недостаточно. Угу. Ну, знаете, у каждого своя планка, скажем так. Ну, это да, да. Алло, опять у нас пропадает связь. Прям не знаю. Я вам объясню, что в регистрации было прописано то, что за вами, по сути, закреплено некое партнерское место. То есть, что оно вам дает? Оно дает вам возможность сейчас получить более детальную информацию. То есть к вам уже закреплен специалист, который может вам буквально за 15 минут времени показать на конкретных примерах, как уже зарабатывают наши клиенты в данной сфере, и с чего можете начать зарабатывать вы. Если вам все понравится, вы в дальнейшем непосредственно будете уже сотрудничать. То есть это как раз-таки тот самый специалист, о котором я вам рассказывал. Я понял. Но вот супруга говорила, она говорила, что там осталось всего 4 места, и она меня зарегала и говорит, все, давай начинай. Там какие-то льготные условия для этих 4 мест. Я вам просто хочу объяснить, что... Я хочу вам объяснить, что очень много регистраций и очень много клиентов.
Поэтому места на данный момент пока что действительно ограничены. В дальнейшем, возможно, мы немножко все-таки будем расширяться. Так как мы не можем набирать специалисты, знаете, непонятно кого. То есть это опытные специалисты, которые от 12 лет имеют опыт в данном направлении. То есть у них за спиной своя команда с политологов, журналистов, экономистов. И они делают непосредственно весь анализ рынка финансового и преподносят вам самую актуальную информацию. Поэтому, вот, да. Поэтому так на данный момент и происходит. Но вам повезло в таком случае, что вы влезли в это количество. Хорошо, тогда давайте подготовим все для общения со специалистом, Андрей. Да, хорошо. Что для этого нужно? Вы мне тогда, да, вы мне подскажите, вы вообще телефоном, я так понимаю, на «ты» пользуетесь? На «ты», да. Да, все хорошо. Прекрасно. А в принципе, какими-то, возможно, мессенджерами для связи с клиентами или даже с родственниками у вас как вообще? Там WhatsApp, возможно, присутствует, чтобы там можно было и с вами поддерживать связь. Вы знаете, у меня есть, по-моему, Telegram. Дело в том, что с WhatsApp там была какая-то непонятная вещь, потому что я брал новый номер, и, может быть, он был на кого-то зарегистрирован или что, но у меня не получается пройти регистрацию, мне не приходит код подтверждения. Я вас услышал. Хорошо. То есть у вас только Telegram на данный момент, правильно? Да, да. Ну, я надеюсь, что он есть, да. Хотя я не пользуюсь. Хорошо, в принципе, мессенджерами практически не пользуюсь. Скайпом точно, ну, когда-то в молодости пользовался. Сейчас вообще... Он еще существует? Ну, по-моему, да. У нас просто есть немножко клиенты, которые непосредственно уже так более взрослые, и они особо вот скайпом, поэтому... Там тоже, в принципе, можно поддерживать связь. Я понял. А зачем вообще мессенджер нужен? Чтобы поддерживать непосредственно с вами связь. И чтобы как раз-таки у специалиста была возможность вам на примере, в принципе, показывать, как работает направление, рассказывать. И, в принципе, чтобы действительно держать там связь. Потому что со связью может быть именно сотовая, ну, различная абсолютно проблема. Понимаете сами, думаю. Вот, например, как сейчас у нас с вами прервался разговор. То есть такое тоже бывает. Хорошо. Вы мне скажите, какая минимальная сумма, с которой нужно начинать инвестиции? Да, смотрите, я о минимальной сумме я не могу вам лично сказать, так как это уже тоже обсуждается со специалистом. То есть у нас каждый клиент — это индивидуальный человек, у которого есть как раз-таки свои цели определенного дохода, который хочет выйти на абсолютно разную сумму заработка. И под вас подставляется ваш индивидуальный инвестиционный портфель. Вот. Поэтому это тоже уже вы можете обсудить как раз-таки со специалистом. Я понял, да. Ну, да, что, а тогда если... нужно, чтобы мне специалист позвонил бы. Видите, у меня супруга будет дома где-то через час только. Хотелось бы, чтобы она была рядом. Потому что, ну, она и деньги, сказала, будет давать на первый вот этот вот взнос, скажем так, инвестиционный. Как-то можно договориться на 5 часов по Москве, чтобы ваш специалист позвонил мне? То есть вы хотите, чтобы жена присутствовала с вами? Или о чем идет? Да, да, да. Ну, потому что я не сильно в этом волоку. Она все-таки... Она будет, по крайней мере, деньги выделять на это. Я вас услышал. А почему она тогда сама не приступила, в принципе, к доходу, если используется ее финансово? Она очень хорошо зарабатывает, ей это не нужно. А мне она вот считает, что это нужно. Я вас услышал. Хорошо. А в таком случае, то есть вы хотите созвониться через час? Я вас правильно понимаю? Да, да. Если так возможно, то было бы очень хорошо. Супер. А тогда подскажите вообще, как нам с вами связаться, если все-таки Telegram ваш не пробивается просто по этому номеру?
Давайте попробуем сначала. Давайте попробуем. Не, другой точно нет. Давайте попробуем созвониться просто по звонку, а там посмотрим тогда. Там, может быть, на жены тогда WhatsApp. У нее точно есть. Ага. Хорошо. А тогда что, давайте через час, тогда я вам перезваниваю. Да, да, договорились. Вы, возможно, да. попробуйте за это время и себе попробовать сделать WhatsApp. Так было бы даже проще, потому что, непосредственно, да, жены, WhatsApp, это хорошо, но если мы будем сотрудничать с вами, то и связь нужно поддерживать, и будет тоже с вами. Хорошо, хорошо, я попробую поставить его, да. Все, тогда, Андрей, я записываю вас на 15.00 по московскому, только вы себе тогда где-то тоже отметьте. На 17, прошу прощения. Только вы себе тоже где-то тогда запишите, отметьте, для того, чтобы я просто попросту не потратил время. Скажем, к вам дозвониться. Хорошо, договорились. Все. Супер, тогда до связи, я буду ждать тогда в 15.00 вашего ответа. Да, спасибо большое, да, будем на связи. Все, до связи, Андрей. Короче говоря, привет. Андрей Юрьевич Сергеев зарегался на каком-то «Газинвесте». История вкратце такая. Они позвонили в неудачный момент, я на кассе рассчитывался, потом я телефон там оставил из-за этого. Пока назад вернулся, там нужно будет вырезать кое-что. Но общий смысл такой. Я держу свой маленький автосервис в гараже местного масштаба. Зарабатываю около 150 тысяч в месяц, но моя супруга очень недовольна этим заработком. И она меня зарегала. И сказала, давай, начинай заниматься инвестициями. Я первый взнос, как это, в инвестиции даже готова вложить. И после 5 будут звонить. Если у тебя нет времени, перекинь их на любое другое время. Скажи, что у нас форс-мажор. Форс-мажор. Потому что я сказал, что я уже дома, а жена будет около 5. Ну, мало ли, мне куда-то пришлось отлучиться, так что можно и перекинуть, если что. Зарабатываю 150 тысяч. Как зовут супругу, они знать не знают, я не озвучивал. Вот, у тебя свой бизнес, ты хорошо зарабатываешь, но какой бизнес, они тоже не знают. В общем, они о тебе ничего не знают, кроме того, что ты недовольна моим заработком и хочешь, чтобы я занялся инвестициями. Мне 39 лет, какой город, они тоже не знают. Могу сказать, что я из гаража прихожу все время пьяный, с мужиками там в автосервисе глушу. Ну, придумаешь что-нибудь. Алло. Алло, Андрей? Нет, это его жена, слушаю. Ой, здравствуйте, очень приятно познакомиться с вами. Меня Алексей зовут. А как начаться? Роза Марковна. Очень приятно познакомиться с вами. Да, то есть договаривались с вашим мужем, как я понимаю, списать немножко позже, когда вы вернетесь домой. Я уже дома. Да я все знаю. Он что-то... Знаю я, вы нашли с кем связываться. Он там что-то мычал, нечленораздельно. В итоге я ему там приложила немножко, он опять в гараж убежал, пиво свое лакает, невозможно. Не мужик, а недоразумение страшное, да. Я вас услышал. Ну, такое тоже бывает на самом деле. Но это хорошо, что вы, как, так скажем, я правильно понимаю, девушка со стержнем, решили взять инициативу в свои руки. Знаете, мой бизнес это предполагает. Тут или всех в ежовых рукавицах, или можно даже не пытаться. Ого, да вы что? Угу. Я вас... Смотрите, в принципе, мы с ним все обсудили, я ему преподнес, так скажем, более детальную информацию, что остается, по сути дела, сама, чтобы он уже непосредственно познакомился со специалистом, который в дальнейшем может сопровождать его в данном направлении. Так как человек без опыта, в принципе, и ему намного будет проще работать под сопровождением специалиста, который работает в данном направлении уже с 12 лет опыта, то есть у нас очень хорошие специалисты, которые преподносят самую актуальную информацию, на чем выгоднее сейчас нас зарабатывать.
месяцев нам нужен какой-нибудь мессенджер, то есть для связи, чтобы поддерживать дальнейшую связь с клиентом и чтобы специалист мог с ним связаться, то есть с Андреем. Показать на примере, как работает направление, то есть как зарабатывают уже наши клиенты здесь, и с чего может начать зарабатывать он. То есть вы можете, если есть желание тоже присутствовать, может для вас тоже будет это полезно, учитывая то, что, как я понял, финансы будут ваши задействованы здесь. Он мне сказал, верно? Слушайте, Андрюша, одно сплошное недоразумение. Он, конечно, мужик хороший, добрый, но одно сплошное, знаете, это вот 33 несчастья. Одно сплошное. Но вот, ну, куда ж я его дену? Вот, ну, вот такой. Жалко мне его. Вот. А у меня свой бизнес. Он там, я ему этот купила гараж, там, вернее, там гаражей несколько штук там собрал в одно, там что-то они там ковыряют себе машины. Не знаю, там зарабатывают какие-то копейки, 1100-150, не знаю, там себе на пиво, что называется, и пусть зарабатывает. Меня другое беспокоит. Мне надо, чтобы он был занят. Мне вообще пофиг, будет он там что-то зарабатывать или не будет. Пусть в ноль выходит, и пофиг мне, понимаете? По одной простой причине. И у меня свой... Да пофиг мне, честно говоря. Еще раз говорю, поймите, у меня эскорт-агентство свое, очень известное, Red Stars. Вот, и понимаете, бизнес сложный, за девушками нужен постоянный контроль, то одна там помаду потеряла, то это платье испортила, то это истерика, то это беременна, в общем, ой, одни сплошные неприятности. Дело-то не в этом, с девками-то я разберусь. Понимаете, Андрюша стал смотреть налево на девочек моих, а девочкам строго запрещено, понимаете, да? Да. Так у меня выбор, или девок всех увольнять, а девочки у меня хорошие, да, красивые, с высшим образованием. Это же не бордель какой, это все-таки эскорт-агентство. Девочки все с высшим образованием, со знанием языков. Где я таких девочек еще найду? Или мне девочек увольнять, или отрезать Андрюше то, чем он на девочек смотрит. Вот. Ни то, ни другое не хочется делать. Поэтому мне нужна одна простая вещь, чтобы Андрюша был занят. Чем больше, тем лучше. И говорю, на прибыль мне плевать. У меня мое эскорт-агентство приносит очень хорошие деньги. Вот мне вот эта цель. Хорошо. Угу. Поэтому что там? Поэтому давайте вам этого специалиста, знаете, такого вот, найдите мне, знаете, какого нудного такого, занудного специалиста, чтобы он ему постоянно звонил, чтобы он ему постоянно выносил мозг, понимаете? Ага. Ну, чтобы он был занят этим, а не девкам коленки щупал, и извиняюсь. Ничего себе, даже так? Ну, даже так, да. Ну, я как бы в молодости-то ничего себе была, но сейчас все-таки возраст, да и как бы выглядеть надо солидно. Ко мне серьезные клиенты приезжают там. Моя, послушайте, вы за девочками. Молодая девушка, как. Ой, да не надо, я этих комплиментов наслушалась. С меня это все отлетает, как от стенки горох. Поэтому не надо. Я прекрасно знаю, сколько мне лет. Я прекрасно знаю, как я выгляжу. Я, конечно, уже не девочка, как мои тут девочки красивенькие, молоденькие. А поэтому Андрюш стал засматриваться. Вот, значит, найдите мне, пожалуйста, самого занудного, самого душного эксперта, чтобы он Андрюше выносил мозг 24/7. Так, понятно? Да, я вас услышал. Ну вот, отлично. Без проблем, вот, то есть у нас все специалисты опытные и хорошие, но поддерживать связь – это абсолютно не проблема. Да плевать мне на их опыт. Мне главное, чтобы он Андрюшу как можно больше на себя переключил. Мне плевать на деньги. Я все равно там больше там полумиллиона ему не дам на инвестирование, на это, которым он там... Все равно больше полумиллиона. Ну, потеряет он эти полумиллиона. Да хрен с ним. Мне другое важнее, понимаете? Хорошо, смотрите. В таком случае, мне в любом случае нужно сейчас его познакомить как раз-таки со специалистом. Для этого нужна связь. То есть непосредственно в идеале это был бы WhatsApp.
меня есть WhatsApp. У меня есть WhatsApp. Прекрасно. А можно тогда ваш номер WhatsApp, чтобы мы сейчас связались и Андрей мог позвонить? Сейчас, подождите. Света, подождите минуту. Света, ну слушай, ну ты что за боевая раскраска? Ты, блин, где? В кабаке, что ли? Смой и сделай нюдовый макияж, сделай. И в конце концов, сними эту жуткую бижутерию. Ну, есть же у тебя нормальные... Ой, господи. Свет, ну, иди переодевайся. Извините, девушки на выход готовятся. Размалевалась, как, не знаю, как с трассы. Могу. Это же, говорю, это не бордель, это эскорт-агентство. Это сильно разные вещи. Она сегодня идет с важным человеком на прием в Госдуму. Ну, понимаете, она размалевалась мне тут, как индеец перед боем. Нюдовый макияж сделай, нюд. Поняла? И ногти перекрась. Что ты тут? И не надо вот эти заостренные. Сделай мягкий овал. Свет, ну ты, блин, первый раз, что ли? Ой, извините, пожалуйста, да. Я ничего не скажу, что вы мне подскажите только, все-таки, вот номер можно ваш? А, да, пишите, 903, ага. 740, угу. 6302. 6302, да. Сейчас, одну секунду, проверю информацию. Да, проверяйте. Ну, есть он там. У меня просто он есть там WhatsApp, только ну там сейчас. Ну, нашли? Да, вижу ваш WhatsApp. Ага. Да, тогда напишу здравствуйте. А вы подскажите вообще, видите мое сообщение или нет? Сейчас, подождите, это же надо посмотреть. Вы же думаете, я с телефона. Ни хрена не вижу. Сообщение не доходит. У вас, наверное, интернет, Wi-Fi нет-то, да? Может быть, я его отключил. Да нет, все есть, Wi-Fi есть. А нет, смотрите, дошло. Все есть, да, сейчас, секунду. Тань, это подсобку отнеси. Я все вот так, и химчистку все эти платья. Они уже их один раз надебанные, ну... И извините, я просто на работе, а тут постоянно дергают. И... Сейчас, секунду. Так. Да, вижу, здравствуйте. Вижу, да. Сейчас я вас добавлю в контакты. Новый контакт. Вы Алексей Лебедев написано, нет? Да. Алексей Лебедев. Хорошо. Ваша начальнику, кстати, девочка не нужна на выход? Что? Девочка на выход вашему начальнику не нужна. Кристиночку могу порекомендовать. Два иностранных языка. Английский, испанский. Университет. Умница, красавица. И не размалеванная. Девочка коренная. Нет. А то смотрите, обращайтесь. И мы вам скидочку сделаем. А девочки у нас приличные, не с трассы. Очень даже милые девочки, образованные. Светскую беседу поддержать могут. Вот. У нас, когда приемы в Тойоте бывали, так Тойота всегда наших моделей заказывала, Red Star. На выставках на всех тоже девочки там выступали. Вот. Это хорошо. Ну, так что обращайтесь, если вам понадобится. Так, вижу, да, Алексей Лебедев. Да, здравствуйте. Сейчас я вам подожду. А лучше мне ответить, я сейчас. Ответьте мне, я здесь. И я сейчас я здесь. Извините, я просто дерганая. У нас сегодня прием в Госдуме. Ой, девочек надо собирать. Ничего страшного. Ага. Хорошо, смотрите, в таком случае я сейчас здесь от вас отключусь и перезвоню. Ой, не, знаете что, Алексей, давайте так. Я все равно толком разговаривать не смогу, пока девчонки не отработают. Мне их надо все-таки, наверное, самой туда будет привезти, там посмотреть, как они что. То, что как бы заказ серьезный, клиент серьезный, я должна сама это проконтролировать. Поэтому мне сейчас тоже надо одеваться, собираться, тоже там хоть как все в порядок привести. Галь, кофе.
Угу. Вот, и давайте тогда так. Давайте я, значит, у нас всю ночь я буду там на ушах стоять. У меня такое сильное ощущение. Завтра утром я буду отсыпаться после всего этого кошмара. И в завтра после обеда можете звонить. Я тогда хоть разговаривать смогу. Мы сейчас переживем эту Госдуму чертову. Вот, и тогда я смогу говорить. Просто позвонили в то время, когда я ну реально очень занята. Хорошо? Слушайте, просто Андрей сказал непосредственно созвониться, когда в это время я просто вам хочу... Андрюша в своем гараже пьет пиво в очередной раз. Понимаете? Ему не до меня, он всех этих проблем не знает. Я его пыталась привлечь, он... Лучше бы я этого не делала, как вы понимаете, бизнесу. Вот, поэтому я его в подробности бизнеса его не посвящаю. Я все нормально, готова. Мы, как бы, что ему надо? Вы скажите, чтобы я завтра была готова. Там, сколько денег, чего я бухгалтеру там предупрежу, бухгалтершу. Что надо делать? Да, послушайте, я просто хочу объяснить, что на самом деле это не займет много вашего времени. То есть это буквально 15 минут. Потому что с момента регистрации уже, по сути, было партнерское место, которое дает, в принципе... Ну, все прекрасно. Пусть будет партнерское место до завтра. Вы какая компания-то, кстати? То Андрюша что-то мявлит. Ну? Мы это аналитический центр. Ну? И работаем мы при поддержке непосредственно Газпрома. А, так, ага, значит... А если... Ага, ага. А договор с кем я буду подписывать? А если взять ситуацию с тем, что вы хотите вас созвониться завтра, я не знаю, будет ли это возможно, потому что непосредственно это может быть уже завтра просто банально не актуально. И тогда нужно будет по-новому проходить эту процедуру, и так как, в принципе, сейчас уже стоит... Ну хорошо, ваше... давайте только быстро, хорошо, значит, мы с кем договор будем подписывать? А как вы собираетесь подписывать договор? Ну как, вы как? Вы здесь не работаете на юридическое лицо. Вы здесь работаете непосредственно на себя. Наша компания преподносит вам банально информацию. У меня что, подождите, договор я с кем подписываю? Договор я с кем подписываю? А какой вы хотите подписать договор? Ну, какие вы услуги предоставляете, такой будем договор заключать. Смотрите, мы представляем вам аналитические... Ну, на них и будем подписывать что, договор. Здесь нет доверительного управления. Да плевать мне на доверительное управление. Я говорю, мне надо Андрюшу занять как можно дольше, как можно зануднее. Но договор-то мы с кем будем подписывать? Сейчас не 90-е, да. Ну да. Договор здесь не нужно подписывать. Почему не нужно? А, ладно, хорошо, разберемся. Хорошо, ладно, мы счет открываем. Я, Андрюша говорил что-то про какую-то торговлю, то ли на бирже, то ли хз где. Мы где будем этот счет открывать-то? Смотрите, вы открываете свой личный инвестиционный счет. Ну, где? Если это поможет, он вам это все сейчас покажет. Ну хорошо, где счет мы будем открывать? Так вам сейчас покажет, да. Ну хорошо, пусть показывает. Давайте. Давайте, показывайте. Хорошо. Ну так нам нужно созвониться с вами на WhatsApp. Ну звоните, хорошо. Давайте, звоните, пока есть еще у меня немножко времени. Давайте. Хорошо. Угу, хорошо. Ну ладно, будет звонить на WhatsApp. Алик, прости. Такая вот тебе жена досталась. Да, алло, да, я вас слушаю. Слушайте, да, это Роза Марковна. Это мы с вами вчера договорились, что созвониться сегодня, счет открывать. Да, помню вас. Угу. Да. Да, Роза Марковна, хорошо, подскажите мне, пожалуйста. Вы мне рассказывали, что у вас есть свой бизнес непосредственно, вы про него рассказывали, а как он называется, можете еще рассказать? Агентство Red Star. Прекрасно. А сколько вы вообще этим занимаетесь уже? Ну, у нас с 89-го года агентство, я где-то с 90-х, я, в общем, его в 90-е поднимала, это агентство.
интересно. Я вас... В принципе, неплохо на самом деле, но здесь очень много агентств с таким названием, понимаете, просто немножко смотрел информацию, нет. Есть непосредственно модельное агентство, вот. То есть это школа модели. Ну вот оно и есть, конечно. Ага, но ведь школа модели это немножко другое, это отличается от того, что вы мне рассказывали. Я вас умоляю. Да, школа моделей формальная. Они для чего девочки моделями становятся? И там тысячи, которые придет, одна более-менее, там одна, максимум две попадут на обложки каких-нибудь глянцевых журналов. Другие приходят для того, чтобы выйти замуж. А чтобы выйти замуж, им надо ходить по приемам, на выставках выступать. Уже непонятно. Знаете, у вас голос, кстати, очень похож на Волочкову. Я еще тогда заприметил вчера. Нет, я в отличие от Волочковой вешу значительно меньше. Ну, это и человек уже, знаете, высокий, у него рост такой. Волочкова, по-моему, ни один танцор не соглашался носить. Говорит, слишком она тяжела. Там из-за этого кучу балетных спектаклей поснимали, потому что никто из известных танцоров говорит, мы говорит, не можем носить эту корову на руках. Возможно и такое, хорошо, смотрите тогда, вы мне подскажите вообще. Вы сейчас ко временем распоряжаетесь, правильно вас понимаю? Распоряжаюсь. Прекрасно. Хорошо, давайте тогда настроим с вами технический момент, чтобы непосредственно была возможность, когда вы будете общаться со специалистом, чтобы он мог вам на примере показать, как это все работает. Хорошо? Хорошо. Каким образом мы это сделаем? Прекрасно. Я вам сейчас в этом помогу. Смотрите. Вы сейчас внизу экрана видите 4 кнопки, верно? Там еще в конце красная кнопка «Отключиться». Вижу, да. А попробуйте нажать на второй символ слева, там, где камера нарисована. Камера. Так, он хочет переключить на видеозвонок. Ну, переключаю. Да, дальше. попробуйте нажать переключить. Переключила. Прекрасно. Смотрите, у вас теперь второй символ с левой стороны внизу. Квадратик со стрелочками. Есть, верно? Такое, да. Демонстрация экрана. Да, попробуйте нажать. Ну, нажала, да. Продолжить. Угу. Ну, все, да. Все у вас получилось. Прекрасно. Хорошо, смотрите. В таком случае я сейчас отправлю запрос в аналитический департамент, чтобы все-таки понять, какой вообще специалист может с вами пообщаться. Хорошо? Угу, хорошо. Так, напомните мне... Да, где будем счет-то открывать? Что? Напомните мне, я после вчерашнего приема, у меня башка чугунная. Мы счет-то где будем открывать еще раз, брокерский? Я вам говорил, что вы сейчас пообщаетесь со специалистами, и он вам все покажет. Хорошо. Так, то давайте. Есть я являюсь менеджером. Угу, хорошо, давайте. Прекрасно. Алиса, вы мне подскажите, а где ваш... Господи, с головы вылетела. Андрей. Ой, не спрашивайте. Сами не знаете или что? Нет, знаю. Ага, и что, и где он? Да, вчера напился в своем гараже с мужиками. Присобачивали, говорит, это... ремень от «Жигулей» намерен встанет, не встанет, встанет, не встанет. Вот все пытались ремень от «Жигулей» намерен присобачить. В итоге и «Мерин» сломали, и «Жигуль» доконали, и подрались еще, напились. Короче, сейчас все обезьянники загорают. Ничего себе. Надо. Это у вас, конечно, интересное приключение. Ну, не говорите. Он придет, и я этим ремнем его и «Мерином» по башке. Ну пусть посидит пару суток, умнее будет. Ага, и такое может. Хорошо. Смотрите, Роза, тогда, в принципе, пока ждем ответ. Угу. Департамент, вы мне можете вообще рассказать, в принципе, как вы пришли к тому, что решили вот открыть свое направление? Именно почему выбрали данное направление? Какое? Это, знаете, на самом деле нестандартное, так скажем. Какое агентство? Ну, конечно. Ну,
чего выбирать? Господи, 90-е годы, все выживали как могли. Ага. Я тогда познакомилась с хорошим мужиком. Хороший мужик, папа грек, мама колхозница, уроженец города Очакова, Одесской области, Барбариди, Глеб Антонович. Вот он сказал, что девки у нас красивые. Он говорит, давай на этом делать бизнес. Больше ничего не было, жена. Там нефти торговать стрёмно было, прибьют. К лесу нас не подпускали, а вот решили модельное агентство организовать. Так больше приколу ради. Да, ну пошло, поехало. Сейчас моих девочек кто только не заказывает. Да вы... Угу, алло. Там таких прям масштабах таких у вас это все происходит или что? Ну, конечно, это самое крупнейшее агентство в России. Вы че? Вы же сами посмотрели. Red Star. Да, я смотрю. Ну. Просто я действительно не понимаю... Кто у вас работает? У вас ведь должен быть какой-то сайт, возможно, нет? Ну, вы зайдите в интернет, посмотрите. Red Star, модельное агентство. Адрес, все там есть, все в открытом доступе. Интернетом можете пользоваться? Ну, там все есть. Ну, как-то потом проверил. Ну, конечно, конечно, проверяйте, не вопрос. Такой клиент попадается, если честно. Ну, проверяйте, все в открытом доступе. Это хорошо. Роза, смотрите. Вы мне подскажите, а у нас есть с вами возможность буквально через 5-10 минуточек я вам перезвоню? Хорошо, хорошо, есть такая давайте. Возможность? Да, потому есть. Что у меня будет совещание. Ну, хорошо, так, идите на ваше совещание, тогда потому что я вас наберу. Я сегодня никуда не пойду, у меня башка трещит после вчерашнего. Вот. Хорошо, давайте, все, набирайте. Хорошо, тогда да. До связи. До связи. Да, до связи. Бегает он на совещание. Ну ладно. Алло. Алло. Алло, Андрей? Нет. Алло, здравствуйте. 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 А меня зовут Анна. Я вот вы общались с Алексеем Лебедем? Да-да, слушаю, да. Да, я его помощница. Вы мне скажите, а как мне выйти на Андрея? Да никак. А никак. Он в обезьяннике сидит, извиняюсь. Вчера. А что случилось? Да выпил лишнего. Подрался. Я вас поняла. Ну и пусть сидит. Мне без но, него спокойнее. Мне Алексей говорил за вашу ситуацию. Я так понимаю, вы хотите, чтобы Андрей зарабатывал, правильно? Не хочу, чтобы Андрей зарабатывал. Я Андрею уже прислала все. И сайт Нью-Йоркского агентства, и московский, и ВКонтакте, и все. У меня модельное агентство, эскорт-агентство. Red Stars. Мне не нужно зарабатывать, у меня куча денег. Итак, вот мы вчера с девочками там ходили, девочки на прием в Госдуму, там украшали собой этот прием. У меня только с одного этого приема миллион. На счет капнул. Понимаете, мне не нужны деньги, мне нужно Андрея занять делом. А то он вместо того, чтобы делом заниматься, на девочек моих заглядываться стал, понимаете? А девочкам моим строго запрещено. Ага. Угу. Так а зачем регистрацию оставляли? Чтобы Андрея занять, и Алексею уже объясняла. Чтобы он занялся делом. Меньше смотрел по сторонам на девиц. Понимаете, мы уже не молодые с ним. Мне совершенно не нужно, чтобы молодым девкам коленки щупал там у меня на работе. Поэтому мне нужно его занять. Пусть он там зарабатывает, не зарабатывает. Мне даже пофиг, если он не зарабатывает. И что от вас требовалось? От меня требуется, чтобы он открыл счет и дать ему денег. Все, что от меня требуется. А дальше я уже просила Алексея... А какой суммы вы бы хотели приступить? Подождите, дослушайте. Я просила Алексея, чтобы он выделил ему самого занудного, самого душного эксперта, самого назойливого, чтобы он названивал ему каждые полчаса и отвлекал его от ломания глаз. Ага.
по заднице девиц у нас, понимаете? Вот. Мне для этого не сколько для этого денег надо, и мне плевать, он заработает, не заработает. Это, вот это мне меньше всего интересует, понимаете? Хорошо, ну смотрите, мы можем прийти, да, чтобы ваш Андрей зарабатывал, вообще чем-то занимался, но нужен же Андрей в первую очередь, и чтобы у него было на это желание. Понимаете? У него есть желание, он же говорил с Алексеем, потом Алексей позвонил мне. Ну, когда Алексей позвонил мне, уже телефон здесь, потому что в обезьяннике телефон не дают, понимаете, да, отбирают. А когда он приедет, Андрей? Когда выпустят, когда выпустят. Ну, суток 15 дадут и приедет. Слушайте, а зачем вам, Андрей? Все равно деньги я буду переводить. Я сейчас открою счет на его имя, какая разница? Я открою сейчас счет с вами, ну или завтра, когда там надо это сделать, на его имя и переведу туда деньги. Все. А дальше, как он выйдет, будет звонить... Вы понимаете, если даже вот сегодня вы там откроете счет, то вам нужно сегодня его будет пополнить. Вот здесь такая возможность. Сегодня пополнить инвестиционный счет, который зарегистрирован на Андрея. Есть у меня такая возможность пополнить счет, который зарегистрирован на Андрея. Что-то пишет, да. Ну. Хорошо, смотрите, давайте так. Я сейчас Алексей придет на встречу, я ему передам, он вам наберет, то есть подберет уже вам там специалисты. Слушайте, пусть он подбирает специалиста самого нудного. Мне плевать, какого специалиста. Мы счет будем открывать? Хорошо, давайте тогда так с вами. Я вас сейчас тогда скажу Алексею, когда он придет, и он вам напишет. Вы еще спать не будете. Нет, конечно, не буду. У меня как бы работа-то больше, да, больше. Хорошо, конечно. Я ему сейчас передам. Ну, хорошо, передам, давайте. Договорились. Договорились. Да, муж звонит. Слушаю. Меня зовут Александр Ротенберг. Удобно говорить? Слушаю. Интересовались пассивным доходом. Ну, ой, да. Звоню рассказать, как это все работает. Да, рассказывайте. Супер. Сориентируйте, где-то ранее уже пробовали, не знаю, акции покупать или торговать на бирже? Есть какой-то опыт? Нет, опыта нет. Опыта нет. Хорошо, ничего страшного. Разобраться в этом очень легко. Я, собственно, за этим вам и звоню. Да. Мы работаем официально через банковскую систему. Деньги вот точно так же будете пополнять свой брокерский счет с помощью банковской системы. Скажите, у вас есть какие-то проблемы с банками? Вот, к примеру, там аресты приставы банковских счетов? Нет, нету. А вы это кто? Я менеджер по обработке заявок. Вы проходили по регистрации Сбербанка. А, Сбербанка? Так вы Сбербанк, да? Вы, смотрите, я обрабатываю заявки. Угу. Но у меня нет доступа, к примеру, там, к данным людям, которые там клиенты Сбербанка. Как? Понимаете? То есть а вы-то где работаете тогда? Ну, мы брокер. Брокер какой? Ну, Сбербанк. Вы ну все понятно, да. Сбербанк инвестиции, ну прекрасно, конечно, да. Все, вопросов нет. Вот, смотрите, я понимаю, что я сейчас вам все объясню, то есть не переживайте. Да я не переживаю. Да. Непосредственно, вы говорите, что проблем с банками нет. Нет. Там аресты, приставы, просрочки, которые долго длятся, такого нет. Может, банкротство проходили? Нет. Да, потому что человек, который проходил банкротство, не может 5 лет вести коммерческую деятельность. Угу. Хорошо. Тогда куда я могу вам отправить информацию? О чем? Собственно, хотел вас ознакомить... Что-что? О чем? Торговый терминал. А, торговый терминал... Да, через которую мы работаем. Какая франшиза? Хотел подождите, вас ознакомить. Что за франшиза? Какой терминал? Что за франшиза? Так я же вам хотел его сбросить и ознакомить. Как я вам так на словах объясню? Ну хорошо, сбрасывайте на WhatsApp. Только на другой номер. Вы телеграммом пользуетесь? Нет. Вы телеграммом пользуетесь? Нет. Как, не пользуетесь телеграммом? Вот так, не пользуюсь телеграммом. Хорошо. А, к примеру, почта у вас есть? Можете мне продиктовать? А зачем почта? Я сейчас в почту все равно не зайду. У вас почему? Есть WhatsApp? Ну, потому что не зайду. У вас есть WhatsApp? Но, я вас понимаю, но
вы будете регистрироваться в торговом терминале, ну? Там нужно будет указать почту, как ваш логин. Ну, я укажу почту, да, я все равно сейчас в нее не войду. А как вы сейчас хотите в терминал зайти без почты? Как? Через телефон. Вы пришлете мне на WhatsApp ссылку? Угу, там будет регистрация. Ну, конечно. Но вам нужно будет указать почту. Ну, укажу почту, конечно, укажу. Но вы же говорите, что сейчас в почту зайти не можете. Ну, сейчас я в нее зайти не могу, но сам адрес-то я помню. Вам нужно будет подтвердить. Вам на почту придет письмо, подтверждение e-mail. Угу. Как вы зайдете на почту, чтобы подтвердить? А, ну, прекрасно, не вопрос, сделаем. Хорошо. Подождите, давайте пишите. Изначально разберемся, пишите, чего пишите. Такое у вас отношение. Да ненормальные у меня отношения. Пишите. Санта Люция @mail.ru. Санта Люция @mail.ru. Я понял. Угу. Так, а через Y или... Через I. Через I. Не-не, Санта Лу... Это буква У или Y? Буква U. Gmail? Mail.ru. А, mail. Uh-huh. Да, mail. Uh-huh. Хорошо. Так, mail.ru. Uh-huh. Давайте попробуем, правильно ли я написал. Давайте. Так. Вы просто как-то так изначально, как будто разговариваете с каким-то преступником. А с чем это связано? На фоне нет, чего? Это вы так решили? Что вы похожи на преступника? Вы... Я вам ни слова не сказала. Нет, а все остальное нет, ваше домыслы. Сфере... Если вы себя ощущаете преступником, ну что ж я могу поделать? Не-не, я в этой сфере работаю не первый год. Прекрасно. И человек, который заинтересован в пассивном доходе, у него вопросы изначально начинаются вот как раз-таки... Ну. А сколько я могу заработать? Что да это мы еще не делать? Начали вопросы задавать. Вы сразу про почту заговорили. Если я сейчас начну задавать вопросы, вы выдержите от силы минут 5-7 моих вопросов. Ну, так вы можете задавать вопросы. Какие давайте, вопросы? Поехали. То есть вы Сбербанк, вы работаете в Сбере, в инвестициях, правильно? Смотрите, Сбербанк, Сберинвестиции. Угу. Сберинвестиции имеет выход только на российский рынок. Ну, правильно. Я вас и спрашиваю, вы-то где работаете? Я менеджер по обработке заявок. Вот когда вы... В какой компании? Проходили, я не спрашиваю, вы кем вы работаете. Какой компании? По Сбербанку. Вы в какой компании работаете? Ну, логично. Естественно, что я работаю менеджером по обработке заявок. Сбербанк. Компания Сбербанк. Ну, все хорошо. Компания Сбербанк. Отлично. На какой бирже мы будем торговать-то, если вы Сбербанк? Смотрите, биржа есть московская. Прекрасно. Сбербанк – это не биржа. Сбербанк – это не биржа. Да. Вот. И непосредственно мы будем с вами работать через вышестоящую франшизу. Какую вышестоящую франшизу? Что так такое вышестоящая франшиза? Давайте. Вы сначала, прежде чем отправлять мне на почту вышестоящую франшизу, скажите, какой у вас при вышестоящей франшизе имеется вышестоящий или прозорий для ценных бумаг? Еще раз. При вышестоящей франшизе должен иметься вышестоящий или прозорий по иностранным ценным бумагам. А при чем здесь иностранные ценные бумаги? Ну мы же будем на московской бирже покупать или нет? Иностранные ценные бумаги. Да. Где мы будем покупать иностранные ценные бумаги, если будем вообще? Я же вам не говорил ничего про иностранные ценные бумаги. А, не говорили? Ну хорошо, значит, мы будем покупать российские ценные бумаги, правильно? Так вот, я же об этом вас и спрашиваю. Ну? То есть, с чем связано ваше такое отношение? Да я никакое у меня нормальное отношение. Я себя выяснить. Чувствую, как будто на допросе. Это... На допросе в суде. Все еще впереди, не переживайте. Так вот, значит, мы будем покупать российские ценные бумаги или иностранные? Или и те, и другие? Я понял. Смотрите, мы будем работать через вышестоящую франшизу, чтобы иметь выход на все четыре сегмента рынка. Угу. Объясню, почему. Если работать только на фондовом рынке российском, да, вы знаете, что из-за санкций, знаете это, да, если вы владеете информацией, знаете, что раньше можно было торговать с помощью любого брокера российского, Сберинвестиции, Тинькофф Инвестиции, покупать те же иностранные бумаги, как вы говорите. Правильно, знаете? Так знаю, где мы будем покупать эти иностранные ценные бумаги.
Я не говорю, что мы будем покупать. Я говорю, что раньше можно было выходить на зарубежный сейчас, рынок. А сейчас мы будем покупать иностранные цены? С помощью санкций, правильно? Через какую биржу можно было выходить раньше на рынок? Да я не спрашиваю про раньше. Я говорю, мы сейчас будем покупать российские ценные бумаги или иностранные? Я же отвечаю на ваши вопросы. Нет, вы не отвечаете. Вы читаете что-то совершенно другое. Так вот, значит... Вы знаете, через какую биржу раньше можно было выходить? Да при чем здесь раньше? Я спрашиваю, сейчас мы как будем выходить на зарубежный рынок? Или не будем? Давайте я вам объясню. Раньше можно было выходить через Санкт-Петербургскую биржу. А теперь? Да, на зарубежный рынок. И покупать там непосредственно акции и, собственно, рабочие долларовые счета. Сейчас из-за санкций котировки не предоставляются для российских брокеров. Вы это наверняка знаете. Поэтому любой российский брокер, он имеет выход только на... Куда? Ну, я поняла. А мы-то куда будем выходить? На московскую биржу. Замечательно. Сейчас я вам позвонил. Я не рассказал о проекте ничего. Да подождите, мы разберемся. Абсолютно ничего не рассказал. Да подождите, я должна... А сразу с претензиями. Да подождите, какие претензии? Какое отношение имею к Сбербанку? А какие ценные бумаги? Вам что, кто-то звонил и предлагал... Да нет, конечно. Других компаний? Да нет. Чего вы наперед все так говорите? Да я хочу, чтобы вы отвечали на мои вопросы, а не читали, что у вас там написано. Поэтому отвечайте на мои вопросы. Не написано. То есть это ваша собственная гениальная мысль. Хорошо, значит, вы можете ответить, мы будем такие покупать иностранные ценные бумаги или нет? Да или нет? Все просто. Я вам хочу сказать, что если вы хотите получить информацию качественно, да, то как минимум вам нужно, во-первых, научиться слушать, а во-вторых, не проводить параллели, потому что я чувствую себя на суде. Все еще впереди. И человек, то есть меня в чем-то обвиняет. Но ну что, не пока нет. Пока нет. Я просто хочу... Я разобралась, что вы работаете в Сбере. Отлично. Вопрос. Значит, мы будем покупать. Простейший вопрос. Я не работаю в Сбербанке. Я это уже поняла. Я выяснила, где вы работаете. Так вот, теперь ответьте на вопрос. Мы будем покупать только российские иностранные ценные бумаги или иностранные ценные бумаги, или и те, и другие? Ну что, проще-то ответить. Вы мне скажите, вы регистрацию зачем оставили? Покупать ценные бумаги. А кто вам сказал, что здесь покупают ценные бумаги? Зарубежные. Так вот я и поэтому и спрашиваю вас, мы будем покупать иностранные ценные бумаги или нет? А вы искали для себя иностранные ценные бумаги? Я все, что можно, все рассматриваю. В данном случае с вами можно покупать иностранные ценные бумаги или нет? У меня же, вы понимаете, этого не написано. То, что вы говорите, я читаю. Конечно, не написано. Я говорю, вы зачем регистрацию оставляли? Ценные бумаги покупать. Только ценные бумаги? Почему не рассматриваете криптовалюту? Не рассматриваю криптовалюту. Почему? Не хочу. А что не так с криптовалютой? Много чего не так. Много чего не так. Поэтому... Скажите, например. Не, я не собираюсь вам рассказывать. Вы отвечайте на мои вопросы. Мы таки будем покупать иностранные ценные бумаги или нет? Надо ответить да или нет. Все. Я от вас отстану. Вы что в таком тоне с вами будет кто-то разговаривать? Вы уже разговариваете. Не, ну с чего взяли, что, смотрите, я не ваш, там, не знаю, слуга, а не ваш дворецкий, правильно? Ну, пока да. Мы с вами просто разговариваем, я вам ничего не должен. Я не работаю в сфере обслуживания. Там, работаете. Мне нужно поменять постель в гостинице, да? Работаете. Вас, обслужить, там, помыть после вас тарелку в ресторане и так далее. Уже работаете. Я не работаю в сфере обслуживания. Ну как не обслуживаете? Не работаете. Вы обратились в нашу компанию за помощью. Не, мне не нужна помощь, мне нужно ценные бумаги купить. Это вам помощь тогда нужна. Оставили регистрацию? Ценные бумаги купить. Это вам нужна помощь? Так если вы можете купить ценные бумаги, и вам не нужна моя помощь, почему вы до сих пор этого не сделали? Ну, сейчас сделаю. Какие проблемы? Вы-то мне тогда зачем? Мне нужно открыть брокерский счет. Элементарно. Мне нужно открыть брокерский счет. Где? Ну, как вы думаете, где счета брокерские открываются? В пиццерии, наверное. Почему вы не открыли до этого времени? Сейчас откроем, какие проблемы, кто нам мешает. Вы-то тогда что предлагаете? Открывайте. Хорошо. А вы-то что предлагаете? Нет, так открывайте без моей помощи брокерский счет. А, то есть вы слиняли, да? Линяете. Что-что? Вы решили слиться потихонечку, да? И мы не будем открывать брокерский счет в Сберинвестиции. Куда слиться? Куда мне сбежать из подводной лодки? Вы мне объясните. А, из подводной лодки точно никуда. Поэтому давайте открывать брокерский счет. Где мы его будем открывать?
Я вам еще раз говорю, я не ваш слуга. Вы пока мы не разберемся, почему у вас такое отношение. У меня прекрасные отношения. Аргументы, чтобы поменялось ваше отношение. Просто этот цирк, спектакль, он ни к чему. И ни к чему хорошему не проведет. Я не собираюсь прекрасно тратить время. Приведет. Прекрасно приведет. Не тратьте. Просто для того, чтобы вы, ну, просто сказали хорошо. Ну, хорошо, конечно, я скажу. Как только вы мне скажете, мы какие ценные бумаги будем покупать. Российские? А какие вы ценные бумаги знаете? Российские бывают и иностранные. Вам, вы какие предоставляете? Российские бывают иностранные. Хорошо. Вы какие бумаги хотите купить? В зависимости от того, что вы можете. Если вы можете только российские продавать, купим российские. Если иностранные тоже... А почему тоже, вы до сих пор не купили? Купим еще иностранные. Я еще раз сказал. Сейчас не вопрос, откроем, купим. Вопрос только, с вашей компанией или не с вашей. Вот и все. Вся разница-то. У вас есть возможность привлечь меня как клиента, получить с вас с этого какую-то комиссию, я так понимаю. Ну, давайте, давайте конкурировать с конкурентами. Конкурентов у вас дофига. Где ж так сливать клиента? Ну. Алло. Да, я вас слушаю. Ну вот, давайте выясним, где мы открываем счет и какие ценные бумаги мы будем покупать. Смотрите, я не на рынке, где вы ко мне подошли и сказали, у вас есть кукуруза, яблоки, бананы и так далее. Угу. Да, что у вас есть? Я вам ничего не предлагаю. Ага, ничего не предлагаете. А зачем вы звоните тогда? Если люди ничего... к нам приходят, проходят регистрацию. Угу. Для того, чтобы создать себе пассивный доход. Правильно, давайте создавать. Неважно, на чем торговать. Давайте создавать. Нет, криптовалюту исключаем. Или на товарно-сырьевом рынке. На фондовом. Неважно. На фондовом начнем. Понимаете? Начнем с фондового. Вы хотите меня просто, вы хотите поставить себя выше меня, так, хотя не знаете раньше, как можно было выйти на зарубежный рынок с помощью Санкт-Петербургской биржи. Сейчас неважно. Вы знаете минимум какой-то информации. Абсолютный минимум. Вы знаете минимум, что есть мошенники. Несомненно, есть зарубежные ценные бумаги. А, так вы не предлагаете зарубежные ценные бумаги. И вы уж определитесь. Пытаетесь что-то сделать, чему-то. Я не понимаю, в принципе, цель вашего разговора. Я пытаюсь выяснить, какие ценные бумаги вы предлагаете и на какой бирже. Что непонятного в моем вопросе? Какие ценные бумаги вам нужны? Давайте с этого начнем. Российские, например. Хорошо. Если вам нужны российские ценные бумаги, вы каким банком пользуетесь, кстати? Тинькофф. Вы заходите в Тинькофф Инвестиции, и там есть абсолютно все российские ценные абсолютно бумаги. Абсолютно верно. Почему вы не купили их? Сейчас займемся. Вопрос, а я почему куплю сейчас? Это? Я сейчас куплю это или через Сбербанк, или через Тинькофф. Вам же выгоднее, чтобы я купила через Сбербанк, правильно? Почему? Ну, потому что вы же Сбер. Какая мне выгода от того, что вы являетесь владельцем, к примеру, компании Роснефти? Не знаю, что какая вам выгода. Получу. Не знаю, чего вы от этого получите. Вы же зачем-то мне звоните. Это что, по-вашему, какой-то сетевой маркетинг, где я вас подключаю и получаю процент от того, как? Сколько вы купите ценных бумаг или что? Я не знаю, что вы получаете. Вы бесплатно работаете? Вы альтруисты? Вы или все-таки что-то получаете из клиента? Что вы говорите? Вы альтруисты или вы все-таки какие-то деньги с клиента получаете? Бесплатно все только в мышеловке. Вот, о чем и речь. Значит, вы хотите получить какие-то деньги с меня как клиента. Не хотите? Значит, альтруисты. Нет. Моя задача дать клиенту информацию. Давайте. Банально просто. И вы мне так как и не дали информацию. Да. Вам не... Я еще хочу заметить, что я трачу свое время. Замечательно. Тратьте дальше. Драгоценно, тратьте дальше. Я могу потратить время на человека, который... Хочешь информацию получить? Не, не можете. Не можете. Потому что я, как заинтересованный человек, хочу знать, какие ценные бумаги вы предлагаете. Только российские, только иностранные или все и те, и другие. Что трудного в ответе на мой вопрос? Здесь ключевое слово «как». А как? Вот давайте поговорим «как». Как заинтересованный человек? Но вы не заинтересованный человек. Ну, с чего вы так решили? Я открытым текстом заявляю, что я заинтересованный человек. Ну и что? Да ничего, давайте дальше действовать. Что действовать?
Но мы будем что-то делать? Или вы будете дальше? Если вы думаете, что там как-то есть какой-то регламент, если вы придете в магазин и будете себя так вести или в ресторане, прекрасно себя. Да не выставят меня, потому что я не задала ни одного некорректного. Почему? Выставят за дверь. Не, не выставят. Я не задала ни одного некорректного вопроса и не сказала ни одного грубого слова. А вы почему-то не можете ответить. Это в вашем понимании. А вы не можете ответить, какие ценные бумаги мы будем покупать. На какой бирже? Это в вашем понимании. Через какого брокера? Ну, понятно, спросить, какие ценные бумаги. Бумаги, какой брокер, это, конечно, грубость, из-за которой нужно клиента выставить за дверь. Да, угу. Конечно. Понятно. То есть какой брокер, это вообще неприличный вопрос, да? Я вас... А если я спрошу, какой депозитарий? У меня хорошие отношения, я задаю правильные вопросы. А вы зачем-то обижаетесь? То есть я задаю вопрос, какой брокер, и вы решаете, что это мое к вам плохое отношение спросить, какой брокер, да? Представляете, что будет, если я спрошу, какой у вас leverage? Вы представляете, что будет с вами? Вам муж когда-нибудь изменял? О, пошло-поехало. Так вот, leverage какой у вас? Я вам сейчас объясню. Вот когда муж изменяет и приходит домой, а вы знаете, что он вам изменил, а он думает, что как-то пытается вас скрыть. Вы говорите, а где ты был? А что ты делал? О, так у тебя такие друзья прекрасные, да? Понимаешь? Был с друзьями, а так значит, ты на рыбалке был, да? Вот вы так будете ему говорить. Потому что вы знаете, что он изменял, и он вам врет. Вот точно такое же отношение у вас ко мне. У вас большой опыт, понимаете? В этом, да. Я вижу ваш большой опыт. Молодец. Отлично. Так мы разберемся в проблеме. Конечно, разберемся. Чего это все? Да я прекрасно к вам отношусь. Пока еще. Так из-за чего такое отношение у вас? Не из-за чего. Я просто задаю вопрос. Вы можете ответить на мой вопрос, можете не ответить. Мы счет будем открывать и ценные бумаги покупать будем или нет? Вы же не будете открывать. Мы оба знаем, вы не будете открывать счет. Это вы думаете. Вы думаете. Вы не будете открывать счет. Да чего вы там взяли-то? Ну, потому что вы не будете этого делать. Так, под запись разговора говорю, что я собираюсь открыть счет и купить ценные бумаги. А данный сотрудник мне мешает это сделать, как клиенту. Хорошо. Давайте тогда в другом случае. Если мы с вами сейчас проводим экскурсию по франшизе, вы не открываете торговый счет, не открываете его, что? Да? То вы платите неустойку в размере... трикратная минимальная сумма. Несомненно, вы выставляете мне счет, претензию, да, в судебном порядке, да? Да. Подаете на меня в суд, выставляете мне иск, и я, согласно иску, согласно решению суда, буду вам это оплачивать. Конечно. Да, Люция. Вы же не сборище народу по интересам? Мой вам совет. Официальная организация. Когда в следующий раз будете оставлять регистрацию? То что? Послушайте сотрудника до конца. Да, я вас слушаю. Давайте, рассказывайте. Вы же не отвечаете ни на один мой вопрос. Увидите, как это работает? Вы рассказываете почему-то про ваши отношения с женой. Потратите. Зачем-то. Купите себе бутылку вина. Ага. Купите себе хорошее, какой-то DVD. Посмотрите. Ага. Выпьете, расслабитесь. И жизнь станет лучше. А мне и так прекрасная жизнь. Так вот, вы не отвечаете на мои вопросы. Вы потратили 20 минут впустую. Вы потратили 20 минут впустую, совершенно верно. Из-за вашего упрямства. Что у вас в жизни такого произошло? Вы потратили 20 минут своей жизни из-за вашего упрямства. А можно было сразу ответить мне на вопрос. Что у вас произошло в жизни? Видите, значит, у вас в жизни произошло что-то. Вас часто обманывали? У меня все хорошо. Вас часто обманывали? Вы такой обидчивый. Да, у меня все хорошо. Незаметно. Что у вас произошло? Я вижу вашу психологическую травму. Вас, видимо, часто обманывали. Вы сколько денег потеряли? Да, вас часто обманывали, если вы такой нервный и постоянно ищете подвох. Это кто с вами так говорил? Вы ищете подводные камни, правильно? Значит, вас обманывали. Что говорит? Вы ищете в нашем разговоре подводные камни. Значит, вас часто обманывали. Сколько денег вы потеряли? Сколько денег вы потеряли? Не прощу. Вас заблокировать. Да блокируйте. Испугал, да, вы напугали. С вами так, да нет. Кто-то, правильно? Да нет, вы первый. Нет. Поэтому я скажите... Не надо меня кусать. Вы что, не надо? Вы же не вампир, надеюсь. Так ну, вот. Честно скажите. Чего честно сказать? Ну, честно, только честно. Чего что у вас честно? Жизни такого произошло, что вы оставляете регистрацию и обвиняете всех вокруг? Да я никого не обвиняю. Я разве хоть раз вас обозвала мошенником, вором? Нет? Не обвиняю. Когда? Конечно. Я разве произнесла это слово? Переслушайте разговор.
Переслушайте разговор. Я вас ни разу не обвинила. Ни в чем. Обвинять вас будет, если что, Уголовный кодекс, а не я. Я пока вас ни в чем не обвиняла. Поэтому вы почему-то, а вы почему-то не можете ответить на простейшие вопросы. Зачем так капризничаете? Из чего я делаю вывод, что вас уже обманывали, если вы такой подозрительный? И спрашиваю... Как мне можно обмануть, если я работаю в этой сфере? И я прекрасно знаю, как устроен брокер. Прекрасно. Как проверить брокера. Вот, прекрасно. Давайте мы выберем брокера и будем вместе зарабатывать. Я ж вам какой раз предлагаю-то, а вы капризничаете зачем-то. Хорошо. Вы с какой суммы планируете начинать? Ну, если это у нас Сбер-инвестиции, то, ну, для начала немного посмотрим, прогоним 50 тысяч рублей. Это мало, конечно, но для начала попробуем. А вы сами в какой сфере работаете? Кем работаете? У меня свое эскорт-агентство. Свое эскорт-агентство? Да. Это на квартире администратором? Вы что? Вы бордель с эскорт-агентством не путаете. У меня официальное эскорт-агентство, официально зарегистрированное. А YouTube-канал ваш как называется? Где можно послушать ваши разговоры? Нигде нельзя послушать мои разговоры. У меня нет YouTube-канала. У меня есть эскорт-агентство. Ну, вот так нет. Ну как? Вот как есть, так и наоборот. Хорошо. Ну, а зачем вы тогда разговариваете? Что-то ведете себя так? Да я хочу счет открыть брокерский. Ну что, вы до сих пор не поняли? Ну и что? Ну вот, давайте открывать. Или я открываю с другими. А как называется ваше эскорт-агентство? Rich Russian Escort. Прям Rich Russian? Да, набирайте в поиске Rich Russian Escort. Входит в пятерку лучших эскорт-агентств. Uh-huh. А как вы докажете, что вы являетесь владельцем этого агентства? А зачем мне вам доказывать что-то? А как вы докажете, что вы являетесь сотрудником Сбера? Нет, подождите, я же вам вопрос задал. Ну вот давайте, вы доказываете мне, что вы сотрудник Сбера. Вот, я вижу элитный экскорт, Rich Russian Escort, ну, на ваш сайт. Совершенно верно. Так, молодец. Хорошо. Изучайте. Так. Девочка у нас красивая, так. С высшим образованием, со знанием иностранных языков, ну... Если это сайт, здесь должно указать так, оплата, кастинг, эскорт Дубай, элитные девочки, модели, доступ. Ну да, контакты. Контакты. Да. Так, имя директора не указано. Конечно, не указано, зачем? Ну как зачем? Телеграм, телефона, ничего не указано. Конечно, не указано, а зачем мне какие-то будут нищеброды звонить? У меня VIP-клиенты. Ну, как такие. Нищеброды. Ну, зачем мне указывать все контакты, чтобы мне звонили всякие нищеброды, которые не способны оплатить 30 тысяч за лимузин, чтобы съездить, например, на прием в Роснефть. Ну, зачем мне такие? Я понял. А зачем вы такой занятый человек, владелец эскорт-агентства, 20 минут потратили пустую? Да я сижу на маникюре. Мне все равно делать нечего. На маникюре сидите? Ну, а да. Телефон вы чем держите? Зубами? Нет, одной рукой держу, другая рука у мастера. Что непонятно? Ладно, Люция, послушайте, не знаю. Да, давайте. Какого Тимати? Зачем мне ваши дешевые... Богатая жизнь. Я думаю, да. А потом... Я тебе расскажу. Ты звонишь, и я тебе расскажу, что такое богатая жизнь. А то тебе, наверное, только в кино ты видел богатую жизнь. Ну вот посмотри на моих девочек в эскорт-агентстве, да? Сколько стоит лимузин хороший? Сколько стоит хороший макияж? А, ну да, тебе же... А может, и актуальный тебе макияж, не знаю. Так вот, тем не менее, ты от темы-то не уходи, дорогой мой. А давай... брокерский счет-то открывать будем, нет? А то таких, как вы, компанию... А зачем же вам брокерский счет, если вы так неплохо зарабатываете? Ну как, у меня остаются деньги. Люция. Ну, я и хочу их инвестировать. Хочу купить ценные бумаги. А вы даже мне не говорите, российские или иностранные. Вы правы только в том, что непосредственно. Я могу вам дать информацию. Давайте. Ну, давайте уже. Я вам информацию не дам, потому что, во-первых, вы можете быть заказным конкурентом, который хочет просто приманить разработки нашей платформы. Да нужны мне ваши разработки. Господи. Ваш YouTube-канал давно всем известен. Какой понимаете? Какой же у меня YouTube-канал-то, а то я сама не знаю. Расскажите.
Какой у меня YouTube-канал? Куда делся-то? Вот, блин, хочешь инвестировать? И не дают, а? Безобразие. Куда мне деньги от эскорт-агентства девать? Непонятно. Яхту Абрамович, что ли, прикупить? Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Илья Салиев. Мы с вами еще не знакомы. Вижу, вы сейчас интересуетесь дополнительным доходом в сфере биржевой торговли. Все правильно? Слушаю вас. Так вы оставили регистрацию или нет? Я не понял. Ну, оставила. Слушаю вас. Что вы предлагаете? Я бы хотел вам предложить сотрудничество в этом направлении и обучение. Но давайте сначала с вами немного познакомимся. Вы пробовали себя уже в этой сфере? Ну, я разбираюсь. У меня собственный бизнес, поэтому я представляю, как все работает. Замечательно. А бизнес у вас в каком направлении? У меня свое эскорт-агентство. Эскорт-агентство? Да. Вы шутите сейчас? Нет, не шучу. Я похожа на шутницу? Ну, по голосу я слышу то, что вам просто очень часто звонят. Часто звонят? Конечно, часто. У меня эскорт-агентство. Естественно, звонят клиенты. Заказывают эскорт-услуги. Или вы... А, я поняла. Вы... Сколько у вас? Что, сколько у меня? Девочек работает. У меня работает от 25 до 40 девочек постоянно. Все девочки с высшим образованием, созданием иностранных языков. Слушайте, вы, по-моему, бордель с эскорт-агентством путаете. Вот, вот в чем дело-то. Нет. Как нет? А в чем разница? А в чем разница? Да. Ну, понятно, если для вас никакой разницы, да-да. Так вот, эскорт-агентство – это не бордель. Так, зайдите на сайт. Rich Russian Escort. Увидите, что это легальный бизнес. Это не бордель. Я понимаю, что вам бордель понятнее, но это не бордель. Эскорт-агентство – это, это сопровождение. Вот приходится вас обучать элементарным вещам. Угу. Я вижу, тут и контактный номер телефона есть. Конечно, есть. Вы хотите, я не хотел вас обидеть, просто... Вы хотите заказать дел? Об этом... Я надоела, что... Вы сказали, я подумал, что вы шутите. Мне надоело, когда мою работу путают с борделем. Я не путал. Я просто я хотел убедиться в том, что вы говорите правду. Сейчас я вам верю. А мне, впрочем, без разницы, а верите вы мне или нет глубоко. Меня интересует инвестиции. А потому что вы сами начали... поднимать эту тему. Еще раз говорю, мне совершенно не важно, верите вы мне или нет. Мне нужно от вас предложение по инвестированию. Я вас понял. Хорошо. Опыта у вас в направлении биржевой торговли нет, правильно? Да разберемся. Все везде одинаково. Ну, с чем разберемся? Поймите, я хочу просто понять, как мне вести с вами беседу. Мы будем с вами говорить о ликвидности бинарного опциона, или мы с вами будем говорить, что у компании есть просто акции, которые мы с вами можем покупать и продавать? Нет, бинарные опционы... Вы владеете, бинарными опционами я ввязаться не буду. Хорошо. А какими инструментами вы предпочитаете торговать? Что вас мне больше, нужно, мне что нужно, больше нравится? Мне не нужно торговать, мне нужно инвестировать. Деньги в фондовый рынок. То есть вас интересует именно фондовый рынок, то есть ценные бумаги, акции и облигации, правильно? Правильно. Замечательно, мы сейчас как раз работаем по периоду финансовых контрольных отчетов. Я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что это такое, да? Ну, естественно, я же тоже сдаю отчеты в налоговую. Вот. Естественно, естественно. Все компании, которые являются открытым акционерным обществом, они обязаны предоставлять свои финансовые отчеты не только для налоговой инспекции, но также для своих действующих потенциальных инвесторов. В чем смысл? Предположим, какая-то большая крупная компания по типу Пятерочки. Да я поняла. Выпускает положительные финансовые отчеты. Поняла, да. Ну ясно все. Пропускайте всю эту воду. Все понятно, да. Вы собираетесь на квартальных отчетах покупать перед квартальным, а потом продавать. Все, я поняла вас. Совершенно верно. С нашей стороны вы получаете информацию в готовом виде, когда покупать, когда продавать, чтобы вы могли на этом зарабатывать. Ну, наш интерес 5% от вашего дохода. Сколько? Работали с вами 100 тысяч за месяц, 5% сам. 5% от чистого дохода. Ну ладно, это по-божески. Ну да.
по-божески, ладно. Хотя я посредника меньше плачу. Хочу обратить ваше внимание, что 5% это от вашего чистого дохода. Да я понимаю. Понимаю я, господи. Все замечательно. Каждый день эти бухгалтерские отчеты. Ну хорошо, значит. У вас какой-то голос такой грустный или какой-то замученный? Вы устали? Я не вовремя позвонил? Нет, вы вовремя позвонили. Но у нас вчера был прием в Госдуме. До глубокой ночи. Я, естественно, там сопровождала, общалась с VIP-клиентами. Вот, вернулись поздно. Только-то вот прихожу в себя, тем более вот погода такая. Угу. Я слышу, да, что вы именно такая уставшая. Ну, я слушаю вас, да, и у меня мало времени, потому что у меня еще на выставку девочек надо готовить. Специалиста, вашего учителя, вашего куратора, который будет вас сопровождать. Да, то есть каждый ваш шаг, каждое ваше действие, каждая ваша покупка и продажа будет кем-то сопровождаться. Что я имею в виду? Да, то есть вам звонит специалист, говорит, вот в это время нужно купить вот эту акцию. Вот на такое количество. Вы ее покупаете, потом вам звонят, говорят, вот в это время нужно акции продать. А я не собираюсь их продавать. Вы на своем телефоне просто нажимаете «купить» и «продать». Я не собираюсь их продавать. Слушайте вашего специалиста, и все у вас получится. Да не собираюсь я ничего продавать. Я собираюсь купить на долгосрок. Прежде всего, облигации. Поняли? Без проблем. То есть есть разные люди, они придерживаются разных инвестиционных стратегий. Ну. Я предлагаю вам тогда что сделать? Взять какой-то начальный капитал и попробовать его развить. Поучаствуйте в сделках, поймете, как это работает на деле. Вот я вышел, типа, вот вы человек-бизнесмен, деловой, вам будет понятнее, да, на практике. Поймете, сколько вы тратите время, сколько можете заработать по этому соотношению. Вы меня не поняли. Я хочу купить облигации на долгосрок и держать их до даты погашения. Вы меня не поняли? Облигации на долгосрок? Да, держать их, ну, вернее, не на долгосрок, а до даты погашения. Хорошо, без проблем. Но наша компания предоставляет вам такую возможность. Какие конкретно облигации? Подождите, значит, какие облигации вы тогда предлагаете? Мне интересуют определенные облигации. Прежде всего, меня интересует выход на трудовую биржу в Усть-Илыче. Это биржа, которая открыта в СИН и продает фьючерсы на трудовые услуги и среднюю зарплату. Есть у вас такое? Конечно. А вы не обращали свое внимание на государственные облигации? Как вот я просто. Да это понятно все. Мне там купон низкий. Так вот, мне нужна эта биржа в Усть-Илыче, ФСИНовская биржа трудовая. Вот, особенно там хорошие условия для северных регионов и всяких ХТК. Мне нужен выход на биржу в Кирово-Чепецке. По продаже тропических фруктов. Да. И мне нужен выход на, сейчас скажу, куда, на Сыктывкар, газовая биржа. Смотрите, вы будете торговать на международной бирже OptiTrade. Она OptiTrade. Имеет доступ в том числе и к азиатским активам, она будет иметь доступ в том числе и к российским активам, да, и к США, и к Евросоюзу. Замечательно. Тогда мне нужен доступ к акциям компании Nihao China. Это проект Nihao Bank of China Guangzhou Enterprises Нафтогаза по утилизации газотранспортной системы Украины на металлолом в 2026 году. Вот это тогда тоже мне нужно. Это выход на Китай тогда потребуется. Смотрите, а вы сами в этом направлении разбираетесь, или у вас есть человек, который вам помогает? Слушайте, у меня столько VIP-клиентов, что я уже, по-моему, разбираюсь, как будто сама всю жизнь этим занималась. Я вполне сказала, они говорят, какие активы они покупают. Я слушаю. Хорошо, я вас услышал. Тогда давайте с вами как поступим. Сейчас я помогу вам зарегистрировать ваш торговый терминал. Давайте. Вы его пополните на минимальную сумму, и в дальнейшем я вас переведу на вашего специалиста, с которым вы обсудите непосредственно инвестиционную стратегию. Биржа у нас где? Это устраивает? Устраивает биржа. Как вы... Где она находится? OptiTrade, сейчас я вам все отправлю. Вы скажите, где она находится? Компания в Швеции. Швеция.
Замечательно, в Швеции так в Швеции. Скажите, пожалуйста, а если компания зарегистрирована в Швеции, как она выходит на Псиновскую биржу в Усть-Илыче? Там до Магадана там недалеко. Если компания ваша, эта биржа зарегистрирована в Швеции, кто ее на биржу? На биржу в СИН в Усть-Илыче пустит? Скажите, пожалуйста. Это происходит сотрудничество, понимаете? Брокеры связываются между собой для того, чтобы предоставлять своим потенциальным клиентам и действующим клиентам наиболее выгодный спектр услуг. Да, то есть вы можете обращать свое внимание не только на фондовый рынок, да, вы можете также акцентировать внимание и на криптовалюты, и на ваш... Да подождите, мне это все неинтересно. Я сказала, мне интересует выход на биржу, в Синовскую биржу, в Усть-Илыче. Для этого нужно иметь не только лицензию от Центробанка, но и лицензию от ФСИН. У нее есть у вашей платформы эта лицензия ФСИН? Естественно, естественно. Мы с вами говорим о международной торговле. Да не международной торговле. Лицензия ФСИН с условно-досрочным погашением есть? Конечно, конечно. Ну, прекрасно. Хорошо, значит, лицензия ФСИН с условно-досрочным погашением. Вы мне ее продемонстрируете? Да, конечно. Хорошо, потому что вот биржа в Усть-Илыче мне очень интересно. Мне нужна новая рабочая сила. Желательно из каких-то мордовских ЭТК. Хорошо, я вас поняла. Ладно, слушаю. Дальше поехали. Что мы делаем? Все, теперь нам только с вами зарегистрироваться. Да, пополнить ваш торговый терминал. Я соберу о вас краткую анкету. Да, что вы за клиент, чем вы занимаетесь, где работаете и так далее. Хорошо. Эту анкету я передам ведущему специалисту, который с вами будет работать. И уже в дальнейшем я вас со спокойной душой переведу на старшего специалиста. Вы с ним познакомитесь, он вам проведет экскурсию, вы обсудите инвестиционную стратегию, объясните, какие активы вас больше всего интересуют, и вы уже придете к ним непосредственно к соглашению. И к полному пониманию. Хорошо. Вас это устраивает? Да, вполне. Сейчас я посмотрю цены на манго на бирже в Кирово-Чепецке. Фьючерсы на манго и на манговый сок. Кстати, да, надо перекупить. Так, слушаю вас. Да, что дальше делаем? Все, у вас есть по этому номеру телефона, WhatsApp или Telegram? Telegram. Telegram есть. Telegram замечательно. Давайте тогда через несколько минут я вас перенаберу в Telegram. Сейчас давайте, я вас поставлю. Попробуем. Хорошо. Хорошо, давайте. Давайте. Какой замечательный дурак. В бирже экзотических фруктов, фруктов в Кирово-Чепецке и трудовая биржа Федеральной службы исполнения наказаний в Усть-Илыче. Отлично, нормально. А то Сыктывкар уже всем, видимо, поднадоел. Что-нибудь новенькое сейчас придумаем. Алло. Алло. Да. Да, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Слушаю. Да, вас просто отдаленно слышно. Мы с вами пока лично не познакомились. Мы немного ранее вели переговоры с нашим сотрудником на тему партнерства. Была оставлена заявка на помощь в открытии вот его торгового счета. Все верно? Ну, только что звонил, да, там что-то опти такое, да. Угу. Да, абсолютно верно. Угу. То есть вам было предложено перейти уже от слова к делу? Ну, да. Что для этого нужно? Вам объяснили? Сказала, что позвонит мне в Телеграме. Непосредственно для открытия и уже ознакомления. Хорошо. Вы обменялись контактами, это замечательно, для поддержания дальнейшей связи. А в целом, что потребуется, помимо того, чтобы связаться в Телеграме, либо в каких-то мессенджерах, либо даже сейчас, как открывается счет, как он активируется, вам объяснили, либо вы и так в курсе? Да разберемся. Ну, должно же быть понимание. Во-первых, есть, да, понимание, все. Времени. Есть понимание, да. Понимание есть. Дальше. Есть понимание, замечательно. Значит, сейчас что нам остается сделать? Это уделить немного времени на техническую часть. Да, и уже, чтобы вы определились, каким образом, каким путем вам удобно будет активировать ваш торговый счет. Ну, хорошо, давайте. Решили... Да, давайте будем этот счет открывать, потому что пока ничего не пришло. Да, пока ничего не пришло. Ну. И мы должны же с вами подготовиться. Каким образом? Я вас подготавливаю, говорю о том, что... Морально меня готовить не надо. Не надо меня морально готовить. А как? Есть время, все, давайте уже. Ну, что вы резину тяните? Давайте я вам скину сейчас. Давайте уже, наконец. Сколько можно?
останавливать совсем. Скажите, как вам все-таки удобно будет активировать правовой счет? Вы это будете делать с помощью банка? Либо у вас какие-то интернет-кошельки, крипто-кошельки? С помощью банка. Так, сейчас вам придет ссылка на открытие активации правового счета. Здесь, опять же, давайте уточним, как вам будет удобно. Подать запрос на открытие активации, вернее, на само открытие со стороны, либо вам удобно будет все с нуля сделать. Здесь варианта два. То есть вы можете просто пройти по авторизации под логином и одноразовым паролем, сменить себе пароль, либо все как быстрее. На открытие самого начала. Как быстрее. Ну и так много времени не уходит. Тем более вы сказали, что вы не лимитированы по времени. Ну давайте как быстрее. Хорошо? Давайте сейчас. Так, а вы подождите. Вам что-то приходило вообще на телеграм? Ничего. А, вот вообще ничего. Тогда откройте сейчас Телеграм для начала. Давайте так. Открыл. Правильно обменялись. В правом верхнем углу у вас на поисковик. Да. И что? Нашли. Еще где поисковики на английском. Английская клавиатура. Буква S. S. Сергей. Т. Татьяна. СТ. М. М. Михаил Михаил. М. М. Так, СТММ, фрибот, шоп СТММ. Нет, еще цифры, после букв идут цифры. 2-2, добавься. 22. Аккаунт-менеджер. Абсолютно верно, нажимайте на него и напишите любое сообщение. Да, сейчас, секунду. Нашла. Да, решетку Турелова. Решетка. Включаю вам. Так, ну все понятно. Да, да. Так, контакты обменялись? Обменялись. В дальнейшей связи, потому что это будет удобно замечательно. Сейчас вам придет ссылка на авторизацию. Хорошо. Так, опция трейдинг. Да, пришло. Опти TradeNet. Да, сейчас открывается. Так, имейл, паспорт. Имейл какой у нас? Мой? Ну, вы свою электронную почту записываете. Хорошо. Сейчас. Писала. Пароль. Так, сейчас, да, вы вписываете одноразовый пароль, потом вы его сразу поменяете, покажу, как вам это сделать. На английском вы также вписываете в пароль первая буква S, но большая. S? S, Сергей. Да. Но большая, первая. Большая. Потом маленькая S. 1, 2, 3, 4. Все. 1, 2, 3, 4, все? А большая, а маленькая. А большая, а маленькая. Так, я... Да, ниже галочка, я не робот. Я не робот. Еще капчу не включил. О, господи, еще капчу ему давай. Сейчас. Так. Так, sign in, да? Нажать. А, вы не перевели язык. Ну да, если на английском, то sign in. Без разницы. Можете перевести, там есть менеджер. Да, без разницы мне. Что-то не входит. А, все, вошел. Входит. Что? Да, вижу. Кошелек. Ну да. Так, кошельки. Так, что у нас тут есть? Финансы, торговля, главное. С нулевым балансом, но да. Для начала давайте пройдем техническую часть непосредственно по смене генерации пароля. Да потом пароль разберемся, ладно. Все, я поняла, да, знаю. Все, сейчас поменяю. Ладно. Потом, ну, все. Послушайте, речь сейчас идет о безопасности. Да разберемся. Все, сгенерирую себе пароль, да, ладно, хорошо. Нажмите справа наверху на инициалы. Кружочек, у вас есть две буквы. Да, есть. Есть две буквы. Сейчас. Пролистали эту пароль? Пролистала. У меня он чем-то, зачем-то на платформу вошел. И непонятно зачем.
одну секунду. Вылетел почему-то с вашей платформы. Так, ну ладно, я потом поменяю пароль, не до этого мне. Или вы своруете три копейки, которые я туда... Или вы своруете те копейки, которые я туда переведу? Боже упаси. Ну, что тогда, потом и сменим. Изображение вашей безопасности. Да разберемся, потом сменим. Хорошо, вернитесь на главную страницу, потом разберемся со своим специалистом. Я думаю, вы сами данные технические включаете. На главной странице, где вы видели кошельки, состояние баланса 0.00. Вижу. До этого пункта. Угу. Вижу. Нужно кнопка «Пополнить». Вижу. Какой следующий шаг по бизнесу? Кнопку «Пополнить». Так, я посмотрела личные данные. Где номер счета, кстати? Номер счета? Ну да, который у меня открыт. Он сгенерирован, сейчас я его озвучу. Он также есть в настройках. Личная информация. Не нашла. Ну ладно, хорошо, сейчас посмотрим. Так, грузят кошельки. Что-то медленно он грузит. А вы с телефоном все делаете или с компьютером? С телефона. Ну, видимо, из-за того, что разговаривает. Видимо, да. Так, на кошелек. Так, на кошелек, способ пополнения. Какой способ у вас стоит по умолчанию? Visa MC Unico. Хорошо, оставляйте ее по умолчанию. Она подходит. Ниже у вас есть поле для ввода суммы. Но при этом обратите внимание, что валюта по умолчанию у вас стоит в долларах. Вы так и оставляете в долларах, саму валюту не меняете. Хорошо. Сколько планируете активировать свой торговый счет, с какой суммой приступать? Сейчас разберемся. Так, USD, виза, сумма платежей. Продолжить. Так, card number, система... Так, какой суммы? Global. Хорошо. Система Global. Отлично. Card number. Сумма. Full name. Email. Pay. И куда я эти деньги перевожу? На свой личный счет. Так, а реквизит счета у меня в каком банке? А, в банке европейские. Какой конкретно? Происходит. Работаем с несколькими. Это зависит от того, да, с какого банка мы активируем, с каким торговым счетом. Я не вижу здесь, какого банка я активирую. Мне просто нужно забить карточку. Вы выбрали. Как я... Вы не выбрали банковский перевод, чтобы видеть реквизит. Ну да, а что же мне не сказали выбрать банковский перевод? Зачем вы мне тогда эту фигню подсунули? Ну, потому что, послушайте, вы сказали, что вам удобнее будет с помощью банковской карты. Банковского перевода? Нет, нет, я сказала, с помощью банка. Я сказала, с помощью банка. С помощью банковской карты. Хорошо, вы должны понимать, что, во-первых, банковские переводы длятся намного больше. Мне страшно. Нежели какие-то онлайн-операции. Или прилетит, у меня летает за час-полчаса. Ну, быть не может. Тем более, сейчас уже конец рабочего дня. Какой конец рабочего дня? Им еще работать как минимум 3 часа. Это каким банком по-вашему работать 3 часа? 3 часа банк работает. Так, пополнить. Давайте мне банковские реквизиты, банком пополним. Мы сейчас с вами сделаем все путем банковской карты, потом вы уже... Нет, мы сделаем перевод. Мы сделаем на банковские реквизиты. Какой банк, кстати? А вы с какого банка будете активироваться? Ну, разберемся. Вы скажите мне, какой банк будет. Ну, что значит разберемся? Ну, элементарно разберемся. Вы настроены? Конечно, я хочу перевести банковским переводом. Они ведут переговоры. Да. Да, я уточняю, каким способом вам будет все удобно. Разберемся. Банковским переводом. Давайте откроем счет, разберемся. Давайте пароль поменяем, разберемся. Когда я оплачиваю счета, мне выставляющий счет, выставляющий инвойс, не спрашивает, с какого банка я буду переводить. Он мне указывает свой банк, и я туда сама решаю, как когда и откуда, да, переводить. Вы сами заходите в приложение своего банка уже по умолчанию.
Он... Вам не нужно выбирать, у вас поэтому никто и не спрашивает. Вы это делаете все дистанционно. Все объясняю. Еще раз. Когда мне выставляют счет на оплату клиенту или поставщику, который мне выставляет счет на оплату, без разницы, с какого банка я ему переведу. Он мне дает реквизиты своего банка. Так вот, вы дайте мне реквизиты этого банка, а я уже разберусь, откуда я буду переводить. Хорошо, какой банк? Какому банку вы предпочтение отдаете? Разберемся, еще раз говорю. И на какую сумму? Ну, на сумму давайте. Один ответ на все. Конечно. Я понимаю, что вы... Скажите вы мне, вы вообще когда-то открывали себе торговые счета? Представьте себе, да. Как проходит? Знаю. Да, где вы открыли? Много где я открывала торговые счета. Вам-то какая разница? Вы мне даете реквизиты моего торгового счета? Потому что у вас нет нормального понимания. Вы, я прекрасное понимание. Вы показать, что я сильно разбираюсь, что, как и что происходит. Угу. С другой стороны, вы не до конца понимаете, как это должно происходить. Хорошо, Банк Револют. Вы вопрос, открывали ли вы счета? Банк Револют. Банк Револют. Да без проблем. Пусть все. Банк Револют. Все, с Банка Революты будем пополнять. Если в каких компаниях вы открывали именно торговые инвестиционные счета? Без разницы вам. С Банка Револют будем пополнять. Вы хотели? Да, огромнейшая все. Разница. Угу. Мне название никакой роли все, не имеет. Все, да, значит, подождите, а зачем вы спрашивали? Вы спрашивали, с какого банка я сказала? Револют. Теперь вам не без разницы оказывается? Сейчас, потому что мы сейчас переключаемся с одной темы на другую. Я вам задаю один вопрос, вы переключаетесь. Когда я вам задаю прямой вопрос, вы не отвечаете на него. Я ответила на ваш прямой вопрос. Какой банк? Револют. Все, едем дальше. Хорошо, пусть будет Револют. Так да. Что вам мешает даже, мы вернемся к этой теме, что вам мешает сейчас активировать свой торговый счет с помощью Революта, неважно, пластика, либо виртуальные, какие у вас счета есть? Угу. Ничего не мешает. Как только вы дадите мне реквизиты, давайте, в банке, давайте реквизиты. Хорошо. Давайте активируем счет. Давайте. Ваши банковские карты, неважно какого банка. У вас будет в приложении выписка. Давайте реквизиты. Ваши операции, у вас есть история. Давайте реквизиты. Если у вас какие-то вопросы, что будет происходить и куда будут отправлены деньги. Давайте реквизиты. Вы увидите реквизиты в том числе. Не, давайте сейчас реквизиты, я переведу. Что это вам даст, скажите? Знание, куда я перевожу. Так у вас знание и так будет. Так будет. Я хочу сейчас. Вспомните. Не будет, а чтобы было до. Не будет, а чтобы было до перевода. Не понимаете разницу? Да разницы никакой, по сути. Обсыдает, но если для вас никакой. То есть, если вам утром деньги, вечером стулья, вам без разницы, да? То есть, вы или обещаете деньги, и вам что-то дают, или вам не дают, пока вы не переведете деньги. Для вас пофиг, да? Вас еще ни разу не кидали с таким подходом? Вас еще ни разу не кидали? Правильно обращаться. Как вас зовут? Люция Францевна. Так вот, вас еще ни разу не кидали с таким подходом? Удивительно. Будьте добры, телефон. Не меняйте положение телефона, держите в одном положении немножко ближе. Я сама решу, что мне и где держать. Так вот, еще раз, вас с таким подходом еще ни разу не кидали? Мы можем телефон убрать в сторону, что значит я сама решу. Если мы с вами ведем диалог, я вас не слышу. Это ваши проблемы, сделайте вашу связь нормальной. Это не моя проблема. Поправьте гарнитуру. Просто держать или... Я поправьте. Просто попросил вас держать в одном гарнитуру. Вы виляете? У вас плохо слышно? Я не знаю, что вы чем виляете, но у меня все прекрасно. Потому что у меня какие-то проблемы со связью. Конечно. Сейчас я вас хорошо слышу. Прекрасно. Так, что касаемо любой вашей операции, там банк выступает гарантом безопасности всей вашей транзакции. Абсолютно любой, что бы вы ни делали. Захотите вы в интернете что-то купить, захотите вы телефонию платить, либо коммунальные платежи. У вас четко, да, в приложении, либо если хотите... Алло. Вот выписку по операциям и так далее. Угу. Да, беда. Давайте открыто, послушайте. Беда у вас с финансами. Где-то еще с первых секунд, с первых минут где-то. Угу. В вашем голосе слышал вот этот сарказм. Я не сарказм, я хочу реквизиты получить. Какая была изначальная цель того, что вы оставили заявку? Я сказала вашему младшему менеджеру, хочу купить ценные бумаги, облигации в частности. Ну так давайте. Давайте. Давайте купим. Так вот, об этом и идет речь. Так скажите, я хотела на вашей бирже вот этой самой OpTrade, которая купить... фьючи на рабочую силу на бирже в Усть-Лыче, в Синовскую биржу. Я не вижу там этого актива.
Вы уже купили где-то? Вы сказали, я хочу. Несколько счетов действующих. Я хочу купить сейчас. Но я не вижу там этого актива. На ваших предыдущих действующих счетах у вас что купили? На какие активы вы купили? А вам какая разница? Вы слишком любопытны. Это же не секретная. Это секретная. Это не секретная информация. Абсолютно секретная. Почему? Если вы считаете, что это не секретная информация, вы глубоко ошибаетесь. Да, абсолютно. Если я спрошу, в каком банке, на каком счете у вас лежат ваши сбережения, вы же мне не ответите? Без проблем. Угу. И что вам это даст? А что вам даст? Ну, назову название банка. И что вам даст, какой у меня брокер? А вам что даст знание, какой у меня брокер, какие ценные бумаги? Я знаю условия многих компаний. Прекрасно. Знаете дальше? На самом деле услуги они, во-первых, предоставляют. Прекрасно. Как где открывается счет. Великолепно. Но вы противоречите сами себе. Вы, с одной стороны, говорите, что да, вы знаете, как открываются счета, как несомненно. Как осуществляется торговля и так далее. Представьте себе, знаю. Но у вас я не вижу. В каждом из ваших активов, которые мне нужны, счета, то? В каждом случае вы активировали счета, да, скорее всего, либо все-таки это банковские карты задействовали, либо какие-то альтернативы. Нет, представьте себе. Сейчас многие компании, я не знаю, какие пропускают ваши операции. У меня нет санкций. Я не под санкциями. Я не знаю, кто у вас там под санкциями, но я не под санкциями. Я элементарно перевожу деньги с революта куда угодно. Что вас не устраивает? Давайте реквизиты, и я переведу. У вас сейчас платежная система открыта перед глазами. Я не хочу платежную систему. Я в платежной системе я не вижу, куда я перевожу. А я хочу четко видеть, по каким реквизитам, какой банк. Вы переводите их на свой личный счет. Я хочу в этом убедиться. Дайте, это понятно. Как я могу в этом убедиться? На ваше имя. Как я могу в этом? Указаны ваши данные, ваши личные. Да это я вам тоже нарисую за 3 минуты. Я хочу счет, номер банковский. Если у вас сомнения, так без проблем. Сделайте какую-то минимальную транзакцию. Свифт. Что будет происходить? ИБАН. Название банка. ИБАН Свифт. Хорошо, я сейчас подготовлю информацию, на какую сумму, потому что у каждого банка на каждый раз есть определенные лимиты. С какой суммы мы с вами приступаем? Вы знаете, ваш коллега... В долларах, в евро, в рублях. Ваш коллега сказал $250, но, по-моему, это смешно. Я сказал... $250 для банковского перевода? Вы серьезно? Ну, вот он так сказал. По-моему, это смешно. Или это вы решили так? Нет, я решила, что это смешно. Нет, по поводу суммы. Вы ее выбрали? Нет. Хорошо, давайте теперь я с вами говорю, какие суммы мы с вами оборачиваем, с чего мы приступаем. Ну, давайте для начала 1000, 2, 3, можно 5. Это в долларах. Можно в фунтах. Не в рублях. Можно в фунтах. Можно и в фунтах. А у вас револют в какой валюте? В фунтах. Замечательно. Конвертация в любом случае будет происходить. Да, без разницы, сделаем. Сам торговый счет, он будет в долларах. Не вопрос, сделаем. Хорошо, сейчас я вам перезвоню в мессенджер, в Телеграм, предоставлю вам реквизиты. Давайте. Вы уверены, что это в течение нескольких часов обработается? Как только вы мне дадите ИБАН, если это счет в Европе, а не где-нибудь... в Гонолулу или в Гондурасе, то прилетит за максимум за час. Договорились. Давайте. Это именно банковский перевод, либо это как СЕПА-перевод, вы планируете делать? Как? Нет, банковский перевод. Знаете, что это? Знаю, что такое СЕПА. Мне нужен SWIFT, ИБАН. Вот все как положено. Хорошо. Имя владельца счета, то есть имя владельца счета, адрес банка, свифт банка, ИБАН, все вот это вот вся красота, как положено. Ну, стандартный перевод. Ну да, про него и говорю. Ну понятно, зачем вы уточняете? Ну, мало ли. Хорошо, давайте тогда мы обменялись контактами, сейчас я подаю запрос. Хорошо. Вам будут высланы реквизиты. Договорились. До свидания. Какие веселые ребята.
Думали, Люция Францевна обмануть. Люция Францевна свой бизнес в 90-е поднимала. Пока она не узнает, что, куда и как, ни копейки не переведет. Ну вот, не дождалась я никаких реквизитов. Редко, но бывает, мне удается получить от них реквизиты в Европе, обычно где-нибудь в Польше или в Прибалтике. Ну и есть возможность для некоторых прибалтийских стран у нас передать их эти контакты, этот адрес, этот банковский счет в соответствующие органы. Ну, видимо, не нашел он себе никакого дропа в Европе. Пропал. Алло. Алло. Алло, Валерия, добрый день. Здравствуйте. Валерия, давайте представлюсь. Меня зовут Сергей. Вас с вами познакомиться. А я позвонил в компании «Познайте», успешно пройденной регистрации у нас в компании. Пойти по дополнительному заработку. Я вижу, что интересовались дополнительным заработком, правильно? Инвестициями интересовалась. Супер. Я вам, собственно, по этому поводу и звонил, чтобы рассказать, как вы сможете вместе с нами сотрудничать и как вы сможете вместе с нами зарабатывать. И подобрать для вас информацию, чтобы вы даже сегодня там увидели свою первую прибыль. Ну, для начала немного познакомимся, так как форматов много, и клиенты совершенно разные все. А вот вы вообще подскажите сами, из какой сферы к нам обратились? И работаете? У меня, собственно, эскорт-агентство. Что-что? Эскорт-агентство у меня. Не услышал, что за связь плоховатая. Еще раз повторяю. У меня собственное эскорт-агентство. Ага, я понял. А ничего себе, слушайте. Не часто встречаю клиентов, которые трудятся в такой сфере. А как вам вообще эта сфера? Как пришли к этому? Нормально пришло. Угу, я понял. И, в принципе, насколько я знаю, довольно-таки прибыльная сфера, то есть сейчас в наше время. Но в среднем, как показывает практика, вот клиенты зарабатывают примерно 150-200 тысяч. Какие клиенты? Довольно-таки. Какие клиенты? Мои клиенты. Ваши клиенты? А при чем тут ваш клиент? Вы в эскорт-агентстве работаете? Клиенты, которые обращаются, примерно зарабатывают вот такие суммы. Ну, пусть зарабатывают. Вам вообще сколько получается сейчас зарабатывать? Воды и сколько человек хотелось бы зарабатывать, соответственно? Я зарабатываю, работая, вернее, управляя своим эскорт-агентством. Вы не понимаете? Понимаю. Но в любом случае, интересуйтесь дополнительным платком. Сколько вам хотелось вот дополнительно зарабатывать, чтобы комфортно себе выставить, что ли, не знаю. Вы вообще, вот какой цель проходили регистрацию? Вот что искали для себя? У вас маленькая зарплата, что вы так заработком озабочены. У меня, видимо, девочки в агентстве больше зарабатывают, чем вы, потому что они про заработок точно не говорят. Они говорят про инвестирование. А вы про заработок. Конечно. Значит, вы мало зарабатываете. Вы мало зарабатываете, если говорите про заработок. Я могу вам предложить место в своем эскорт-агентстве. Если вы хороши собой, умны и владеете иностранными языками. Зачем мне это? Ну, вы же мало зарабатываете. Вы же все время озабочены заработком. Значит, вы мало зарабатываете. Нет, я зарабатываю хорошо, поверьте. У меня незаметно. Вы читали? Вы обратились к нам с какой целью? Целью инвестировать, либо же с целью дополнительно зарабатывать? Вы опять зациклены на заработке. Скажите, вы читали Прудона «Философию нищеты»? Я не понимаю, к чему эти вопросы. Я хочу понять вашу психологию. Которые вы сможете зарабатывать. Да не нужно мне зарабатывать. Не на инвестициях. Инвестиции, что это такое? Это вложение денег с целью их приумножения. Приумножение либо сохранение капитала. Правильно? Ну вот именно за этим я и завратилась. На бирже. Ну занимайтесь. Вас плохо слышно. Вы можете, пожалуйста, микрофон говорить? Потому что
не надо нервничать. У меня такие нервные в эскорт-агентстве не держатся. Я еще раз говорю, меня интересует инвестирование. Я зарабатываю достаточно. У нас вчера был прием в Госдуме. Только за этот прием мое агентство получило 1,5 миллиона рублей. Что непонятного? Зачем мне зарабатывать? Я же говорю. Хорошо, теперь вы обращались к нам в компанию. Инвестировать. Вы третий раз не поняли? Нет, пожалуй, я вас не возьму к себе. Вы что-то не очень понятливый. Зачем мне идти к вам работать? Я не, уже незачем. Я вас уже не возьму. Я, нет, не надо идти, я вас в любом случае уже не возьму. У вас мышление человек с недостаточным доходом. Да вы и соображаете еще плохо. Потому что вас неплохо слышно. Вы еще и соображаете плохо. С недостаточным доходом? Ну, конечно. Иначе вы не были столь озабочены. Потому что кроме дополнительного заработка... Почему вы так негативно настроены? Я просто констатирую факт, что у вас туннельное мышление. Вы говорите исключительно про заработок. Про заработок говорят те, кому не хватает. А люди, которым хватает и остается, говорят про инвестирование. Я не понимаю. Объясняю, потому что люди, которым... Из Прудона философии нищеты. Почитайте, поймете. Так вот, люди, которые... Какая философия? Что вы говорите? Книжка такая, философия нищеты. Книжка. Это философия, вот это психология. Да не зачем, конечно. Вы будете применять какие-то приемы философии, либо же психологии на практике, которые не работают уже 100 лет. Да боже упаси. Которые писали философы, которые умерли... Формировали 500 лет назад, 1000 лет назад. Тысячу лет назад? Это уже не актуально. При чем тут Аристотель? Время совершенно другое. И почему я говорю о заработке? По той простой причине, что мы помогаем зарабатывать клиентам. Так как мы работаем на бирже. Я думаю, вы не понаслышке знаете, что такое биржа и что такое активная торговля акциями, облигациями, криптовалютой, в частности криптовалютой. Так как это сильно волатильный актив, на котором есть возможность зарабатывать. И есть возможность зарабатывать побольше, чем вы озвучили, что у вас получила вас за это ваша компания, либо же ваш бизнес, который у вас. Вот. Можно зарабатывать больше, чем миллион за вечер. Можно зарабатывать больше, чем 1,5 миллиона за вечер. Это ж не каждый вечер у вас 1,5 миллиона. Я прекрасно это понимаю. Почему? Так что... Вы думаете, помимо Госдумы нет приличных мест? Зря так думаю. Вы что думаете, помимо Госдумы нет других приличных мест? Почему же? Ну вот. Как раз таки наоборот. Вот видите. Но если вы говорите, что вы зарабатываете 1,5 миллиона, почему у вас настолько плохой телефон, либо же микрофон, что я вас крайне плохо слышал? Потому что у вас дешевая IP-телефония, поэтому вы меня плохо слышите. Нет, у нас прекрасная IP-телефония. Ну, сразу слышно стало. Прекрасно слышно сразу стало. Ну так что, я еще раз вам объясняю. Мне не интересует заработок. Мне интересует инвестирование. Тем более у вас еще такой шум на фоне. Тут да, умирает. Какую сумму вы хотите инвестировать и в какие акции? Хочу инвестировать, ну, для начала 2-3 миллиона рублей. Посмотреть в акции, как акции «Картель де Медельин». Вы выходите на Бовеспу? 1,3 миллиона рублей. Правильно. Так обычно говорят люди, у которых нет 2-3 миллиона рублей. Ну тогда до свидания. Если для вас 2-3 миллиона рублей огромные деньги, то мне с вами разговаривать не о чем. Валерия, если человек говорит, что он хочет инвестировать, значит, конкретно расписан план. Совершенно верно. Абсолютно верно. У меня конкретная сумма. Я хочу на 2-3 миллиона рублей купить акции «Картель де Медельин» на бирже БВСП. Что непонятного в моих словах? Все понятно. Вы назовите конкретную сумму, которую хотите инвестировать. 2-3 миллиона – это понятие обширное. Ну хорошо. 2 миллиона. Как 6 миллионов таких. Да, какая разница? 2 миллиона, хорошо. Давайте 2,5 миллиона ровно. Так вам понятнее? 2,5 миллиона ровно. Прекрасно. Хорошо.
Еще расскажите, в какие акции вы хотите инвестировать? Картель де Медельин, биржа БВСП. Хорошо. Вы WhatsApp пользуетесь? Пользуюсь. Хорошо. WhatsApp у вас по этому номеру телефона? По этому. Что вы хотите? А вы не сказали, кстати. Подождите, какой финансист? Да подождите, куда ваш как ваша компания-то называется для начала? Компания называется «Газпром Инвест Холдинг». А, «Газпром Инвест Холдинг». Вы что, не помните, где регистрации проходили? Там не было написано, что это «Газпром Инвест Холдинг». Там просто висела реклама «Газпрома». Логотип. Странно. Очень странно. Сама удивляюсь. Как можно сделать такую бездарную рекламу? Я понял. Хорошо. То есть вы говорите, что вы хотите инвестировать 2,5 миллиона, правильно? Совершенно верно. Хорошо. Сейчас соединяю с финансистом, более детально обсудите условия сотрудничества. Давайте. Вот. Расскажите ему, какие акции хотите инвестировать, он вам поможет. Хорошо. Слушаю. Да, Валерия. Здравствуйте. Я представлюсь, меня Евгений зовут. Рад знакомиться с вами. Являюсь финансовым специалистом компании «Газпром». Подскажите, по какому вопросу вас с вами соединили? Понятия не имею. Он сказал, что соединится с специалистом, который мне что-то будет помогать. Хорошо, вы мне подскажете, какие-то, возможно, у вас есть вопросы? Вы компания «Газпром Инвест Холдинг». Меня интересует открытие счета брокерской компании для покупки ценных бумаг. Прекрасно. Вы мне подскажите, вы как с вами вообще с опытом пришли? Или это первый ваш опыт? Еще раз, это не имеет значения. Я просто хочу купить конкретные ценные бумаги по списку. Давайте я вам подскажу, как это вообще будет все происходить. Вы будете изначально свой торговый счет подвязывать к своему номеру телефона. Точно так же, как вы это делали в приложении своего банка, привязали свой номер телефона, вот, чтобы вам там смс-ки приходили и так далее. Здесь точно такая же банковская система. Вот. После чего, после того, когда вы свой номер телефона подвяжете к своему торговому счету, вы будете пополнять свой счет по своему же номеру телефона. Открытием вашего же счета будет заниматься именно компания. Наша, так как мы являемся брокером. И уже после этого у вас будет на вашем счету определенное количество денег, средств, да, которые вы инвестируете. И уже исходя из этого, вы там все будете приобретать свои же активы, которые вас интересуют. Вот. Вы не подскажете, каким мобильным оператором вообще пользуетесь? Вы знаете что? Вы предлагаете мне переводить каждый раз деньги на телефон? Я просто слышал, вы не можете. Я вам говорю о том, чтобы вы свой торговый счет пополнили по своему же номеру телефона. Так, а какое у нас пополнение? Какое у нас максимальное пополнение через Билайн? 15 000 рублей, правильно? Это минимальное. То есть вы хотите сказать, что я смогу через Билайн, переводя каждый раз на телефон, перевести 2,5 миллиона рублей. И сколько же мне это займет времени? Причем здесь, подождите. Если вы хотите инвестировать 2,5 миллиона, вы можете это сделать, ну, совсем по-другому. Ну хорошо, давайте. Большинство людей у нас просто пополняет свои торговые счета через номера телефона, потому что это микроинвестиционное направление, которое позволяет каждому зарабатывать. Мне не интересует микроинвестиционное направление, меня не интересует. Послушайте, я вас не перебиваю, послушайте. Вы немножечко тембр и тон убавьте, потому что я вам объясняю. У вас есть вопрос, я на него отвечаю. Мне не обязательно после этого говорить, меня не интересует. Так вот, меня это не интересует. Нас с вами соединили для того, чтобы я вам помог. Помогайте. А не для того, чтобы вы там, ну, так не надо говорить, меня там не интересует. Я же вам объясняю все, поэтапно. Вы говорите. У вас не образовалось никаких вопросов, правильно? Про микроинвестиции можете не говорить, меня они не интересуют.
А что вас интересует? Еще раз говорю, меня интересует инвестирование в определенные, покупка определенных ценных бумаг, строго по списку. Ну, так это вы хотите сказать, что 2,5 миллиона это прям состояние какое-то или это большие деньги? Нет, это вы только говорите, для начала. Это микроинвестиционное направление. Послушайте, у нас люди приходят и инвестируют от 50 тысяч евро, от 100 тысяч евро. Ну, поймите правильно, 2,5 миллиона рублей это не такие уж большие деньги. Угу. Вы же понимаете? А что же вы говорите о 15 тысячах рублей, если для вас это не такие большие деньги? Я вам говорю за большинство людей. Ну, понятно. Ну, значит, я не большинство людей. Зарабатывают в среднем порядка 20-30 тысяч рублей. Какие 2,5 миллиона рублей? Ну, вот вы сами сказали, что вы определитесь, то это много, то это мало, то у вас 15 тысяч рублей, то у вас 100 тысяч евро. Вы уж определитесь. Это небольшая сумма для того, чтобы инвестировать. Совершенно верно. 15 тысяч рублей – это именно порог, это минимальная сумма, понимаете? Понимаю. Вот и все. Ну, хорошо. Ну, все. Мы-то что делать будем? Заходите сейчас в свои смс-сообщения, вам придет регистрационный номер от вашего мобильного оператора, чтобы я мог подать заявку, чтобы вы смогли свой номер телефона привязать к своему торговому счету. Заходите в смс-сообщение. Сейчас зайдем. Угу. Что там? Да. Ну что, зашли уже? Зашла, ничего не пришло. Сейчас приди, ожидайте. Хорошо. Алло. Угу. Алло, Татьяна. Сейчас буквально полминуты, минута. Ждем. Вам сейчас должны прийти 4 цифры на номер вашего телефона. Подскажите, какие 4 цифры вам пришли? 22-12. Давайте еще раз подумаем. Давайте. Повтори, какой потом пришел? 22-12. Сколько? 22-12. Это неверный код. Давайте, надо вводить тот номер, который вам пришел в СМС-сообщение, а не тот, который вам в голову пришел. Поняли? 22-12. Я сейчас по этому номеру только что зашла в свой мобильный Билайн. Все прекрасно. Давайте вам тогда еще раз скажу и отправлю регистрационный номер, потому что 2212 не подходит. Ну странно, вам не подходит, а мне подходит. Я вошла в личный кабинет, сейчас выйду обратно. А через что вы заходили в этот самый в личный кабинет? Через телефон или через... Через планшет. А зачем вы заходили? Посмотреть, работает ли он. Вот поэтому и зашла. Сейчас вышла. Понял вас. Ну, давайте еще раз тогда. Давайте еще раз. Отвечает кто-то отправил регистрационный номер, и вот сейчас заходить по нему там, в планшете, в телефоне и так далее не надо. Ну, почему нет? Посмотрим, как он работает. Ну, вы присылайте хоть что-нибудь. Вот вам сейчас должен был прийти еще один регистрационный номер. Какие 400 франков пришли? Никакие пока. Перед этим пришел, сейчас не приходит? Не пришел, ничего не пришло. 22-12 есть, больше ничего. А, видите, самосообщение. Чего? Я говорю, обновите самосообщение. Передайте в самосообщение. Обновила, ничего нет. Ждем? Ждем. Не пришло, да? Нет. Странно. Очень странно. Давайте еще раз. Ну, давайте крайний еще раз. Крайний раз. Слишком много попыток. Угу. У вас там не пишет такое? Нет, у меня ничего не пришло. У меня вот 22-12 и все. Угу. Я вас слышал. Угу. Ну, тогда заходите в свой банк и пополняйте свой торговый
счет. Как делать? Я покажу, как это делать. Давайте, как мы будем пополнять. Заходите в момент, который вы пользуетесь. Хорошо, захожу. А где у меня торговый счет-то открыт? На московской бирже. Прям напрямую на московской бирже? Что-то? Прям напрямую на московской бирже? Напрямую. Обалдеть. Прямее некуда. Ага, понятно. То есть я буду первым гражданином России, частным лицом, которая стала напрямую участником торгов Мосбиржи. Нет, ну мне, конечно, разные подарки делали крупные, важные люди и вип-персоны. Вы же обратились в компанию, вы заинтересованы в сотрудничестве. Поэтому, если вам что-то не нравится, разворачиваемся и уходим. Если ну, уходите. Вас интересует, что вы делаете то, что я вам говорю. Разворачивайтесь и уходите. И не надо кричать. Вы разговариваете пожалуйста, с Валерией Леонидовной. Я таких, как вы, куплю, продам. Потом снова куплю и снова продам. Потому что таких нищебродов, даже я на работу к себе не беру. Нищебродов в нашем диалоге выходит это вы. Не беру. 15 000 рублей. Я там буду инвестировать 2,5 миллиона. 2,5 миллиона. Ты знаешь, мальчик, я таких, как ты, ем на завтрак. И таким, как ты, не подаю. Я таких, как ты, мальчик, ем на завтрак. Валерия Леонидовна свой бизнес в 90-е поднимала. И таких лохов, которые пытались меня обмануть, ты знаешь, на рубль десяток. Расскажите мне, пожалуйста. Ну ты лох, ты даже не знаешь как. Ты пытаешься обмануть, тебе всего-навсего надо вход от моего личного кабинета Билайна. Мозги на месте, если ты говоришь, что я тебя пытаюсь обмануть. Ну ты лох, ты даже обмануть не можешь. Ну ты сам обмануть ничего не можешь. Вот раньше мошенники были хоть какие-то креативные. А сейчас-то вот такой лох, как ты, он даже не может меня убедить, что, чтобы я ему дала личный пароль от личного кабинета Билайна. Да ты уже не смог убедить. Ответь на вопрос. Да что ж ты так нервничаешь-то, мальчик? Лера, ответь на вопрос. Мальчик. Чего? Я просто не могу услышать ответ на свой вопрос. Ну, конечно, не можешь. У тебя плохо со слухом и плохая телефония. И гарнитура, небось, дешевая. Поэтому не можешь. При чем здесь телефония, если ты меня перебиваешь, на вопрос ты не отвечаешь? Причем здесь вообще телефония? А с чего ты решил, что Валерия Леонидовна будет отвечать на вопросы какого-то дешевого фармазона? Я в 90 таких на завтрак ела. И сейчас ем таких же, как ты. А ты лох. Ты даже развести на 15 тысяч не смог, понимаешь? Поэтому ты лох и лузер. Такого числа, как будто у тебя есть 15 тысяч рублей в банке. Ты лох и лузер. Для тебя 15 тысяч – большая сумма. Ты из-за нее тут рвешь свою задницу на британский флаг. Такой суммы нету. Ты мне там рассказываешь за 2,5 миллиона. Но для тебя 2,5 миллиона вообще космические деньги. Ты даже их не представляешь. Для тебя, видимо, такая большая сумма. О, пошло, поехало. Я вообще хочу инвестировать 2,5 миллиона. Ну, конечно. Можно. Если с тобой нельзя, то значит можно. Компания «Газпром», инвестор, который инвестирует 2,5 миллиона, это на вес золота, скорее всего, да? Какой ты «Газпром инвест»? Ты же «Газпром инвест холдинг» был 10 минут назад. А «Газпром инвест холдинг» это не относится к компании «Газпром»? Прикинь, это отдельное юрлицо. Ну правильно, но дочерняя компания является компанией «Газпром». А сколько человек работает? Подожди. Сколько человек работает? Никаким образом не относится к компании «Газпром». Это обычная дочка «Газпрома», которых у «Газпрома» миллион. Ну так подожди. Так скажи мне. Обычная дочка. Подожди, если она является дочерней компанией, она же имеет отношение к компании «Газпром». Ну она обычная дочка, у «Газпрома» таких на рубь десяток. Жду. Дочерняя компания имеет отношение к «Газпрому», как все остальные дочки. Почему ты говоришь, что компания «Газпром» никаким образом не относится к «Газпром» и «Газхолдинг»?
Скажи, ты, пожалуйста, Лошок, скажи, пожалуйста, сколько народу работает в «Газпром Инвест Холдинге»? Сколько народу работает в «Газпром Инвест Холдинге»? Я знаю так. 49 человек. Ну тогда зачем ты задаешь вопрос? 49 человек. Ну, 49 человек. И для компании «Газпром Инвест Холдинг» это огромные деньги. Так вот, значит, для вашей микрокомпании, если ты, конечно, вообще работаешь в «Газпром Инвест Холдинге», в чем я сильно сомневаюсь. Микрокомпания, конечно. Конечно, 49 человек на данном этапе. Хочешь, годовой баланс посмотрю? А? Я даже твою зарплату могу посмотреть, прикинь. Если ты там, конечно, работаешь. Зарплату твою, если ты там, конечно, работаешь, в чем я уже сомневаюсь. Назови мне фамилию, имя, отчество, я посмотрю, сколько у тебя зарплаты. И числишь ли ты вообще в списках сотрудников? Да ничего. Евгений, значится. Сейчас посмотрим. Не так много. Евгений. Не так много Евгениев. 49 человек можно вполне просмотреть. Да, есть там один Евгений. Есть один Евгений. Он работает уборщиком, менеджером по очистке территории. Ну, Евгений есть. Это ты, тот Евгений? Ты тот Евгений. Ты тот Евгений, который уборщиком территории работает. Ну, понятно, сейчас, видимо, обеденный перерыв. Все менеджеры ушли на обед, а ты взял гарнитуру и попытался из себя изображать менеджера. Я решил позвонить. Совершенно верно, вот так оно и есть. Но поскольку ты уборщик и лох, ладно, что уборщик, это нормально. А вот то, что ты лох, это ненормально. Ну, пытаешься звонить? А ты работаешь в «Газпром Инвест Холдинге», верно? Нет, не работаю в «Газпром Инвест Холдинге». Я же сказала, у меня свое эскорт-агентство. Нет, я сказала, что я могу посмотреть все вплоть до твоей зарплаты. Но это не значит, что я работаю в «Газпром Инвест Холдинге». Как у тебя с логикой? Да. Да. Так смотри, если кто-то мне вообще вопросы задаешь, и ты говоришь, что ты все знаешь. Я все знаю. Да я уже никаких вопросов тебе не задаю. Что тебе вообще, что с тебя взять-то, кроме анализов? О каком вообще сотрудничестве идет речь? Ты не плаешь там за 2,5 миллиона. Ну, о чем ты вообще? Да ни о чем. Уже с тобой уже ни о чем. С такими лохами я точно работать не буду. Тем более ты, если и числишься в «Газпром Инвест Холдинге», то на должности уборщика. Кулеры там поменять, полы помыть. Это твое субъективное мнение? Да понимаешь? Нет, это знаешь ли, бухгалтерский отчет. И отчет о кадрах. О личном, о персональном составе. Служащий «Газпром Инвест Холдинга», начиная с Шадрина кадров, и кончая... скорее всего, да? Ты знаешь, я еще раз говорю, у меня очень большие связи. Я могу посмотреть все в налоговой трассе. Что ты пойдешь? Какие у тебя связи? Прекрасные связи. Прекрасно знаю, что ты не работаешь в «Газпром Инвест Холдинге», потому что единственный Евгений, имеющийся в «Газпром Инвест Холдинге». Нет, это не мое мнение, это мнение Федеральной налоговой службы. Представь себе. Так вот, согласно данным Федеральной налоговой службы, единственный Евгений, который работает в «Газпроме», работает на должности уборщика. Это ты или не ты? Угу. Нет, не я, представляешь, нет. А другого нет Евгения, представляешь? Ну, странно, что странно, у тебя да. Показывает, что работает вообще. Да это у... Что у тебя там пишут, что работает 49 человек, как промедиат подняли, да? Угу. А ты просто, ну, сколько интересно, просто решил посмотреть в интернете, сколько их работает. Ну и сколько? Да. Более 5000 человек. Да, понятно. То есть ты не отличаешь «Газпром» от «Газпром Инвест», от «Газпром Инвест Холдинга». Ну, понятно. Значит, ты еще и не знаешь структуру «Газпрома», значит, ты втройне лох. Потому что ты, прежде чем позвонить и пытаться разводить Валерию Леонидовну, которая в 90-е никто не успел. Я тебе позвонил. Серьезно? А кто ж мне позвонил-то тогда? А кто ж мне позвонил-то? Еще твой другой лох? А я тебе звоню, что ли? И я ведь звоню. Так вот. Ну ты путаешься сама за слова. Поскольку ты сам не знаешь, не подготовил.
готовился. Газпром, в структуре Газпрома и всех его дочерних предприятий. А кто? Я, что ли, тебе звоню? У меня входящий звонок. Так вот. Я тебе звонил? Подожди, я тебе звонил? У меня входящий звонок. Прикинь? Так вот, поскольку ты не подготовился. Ну, а как же я могла звонить, если у меня входящий звонок? М? Или у тебя даже на это мозгов нет? Да, точно ложь. Не, да какая разница? Вы все там одинаковые. Как однояйцовые близнецы. Так вот, ты даже не выучил структуру «Газпрома». Я же говорю, мошенники обмельчали и пытаются раньше хоть какие-то. Они легенду хорошо знали, там, играть умели, харизму имели. А ты просто дешевый лох, который даже на 15 тысяч не можешь никого развести. Потому что? Потому что, во-первых, дурак, а во-вторых, ничего не выучил. Я тебе говорю, как я могу тебя обмануть, и что как ты там это делаешь? Ну, интересный ответ, да? Ну, интересный ответ. Иди спроси. Меня мошенником, конечно, ну, конечно. 15. Да, 15 тысяч. Элементарно. Ты сейчас попросил у меня вход в мой Билайн, чтобы оттуда, из моего Билайна, списать деньги. Подожди, у тебя связь плохая, повтори. Да, это понятно. Я уже не буду повторять, переслушай разговор, если они у вас вообще пишутся. Или позови своего там начальника какого-нибудь. Я услышу, если оно будет записываться тем временем, что у тебя подлагивается. Грузит плохо. Ну, я же говорю, дешевая IP-телефония, купить подороже. Но поскольку у вас денег нет... Денег нет на телефонию, поэтому и лагает у вас все. Но ты позови, пожалуйста, своего начальника, я ему объясню. Для других объясняю, что в данном случае запрошен вход в личный кабинет Билайн. Личный кабинет Билайн. Ну, конечно. Как же я тебе позвоню по IP-телефонии-то? Ты ж мне прямой московский телефон ты не дашь? Но я... Совершенно верно. Я уже даже знаю прекрасно газ-телефон «Газпром Инвест Холдинга». Но... Сейчас я туда и позвоню, для того, чтобы попросить, чтобы этого уборщика, который тут из себя пытается изображать, уволили. А какой уборщик? Да кто ж ты еще? Ну, серьезно. Ну, значит, если ты не уборщик, то ты вообще не работаешь в «Газпром Инвест Холдинге», потому что, согласно данным Федеральной налоговой службы, другого Евгения там нет. Вот все. Что непонятного-то? А сколько раз ты еще раз повторишь, мне интересно? А ну-ка, пока ты не поймешь. Ну и боюсь, с этим будет проблема, с твоим пониманием. У тебя беда с этим. Такие проблемы. Ну вот ты же не понимаешь, что ты, во-первых, мошенник, а во-вторых, лох. Ну, угу. Я понял. Молодец. А что ты со мной общаешься до сих пор? Да прикольно мне. Я вот сижу. Что тебе? Я сижу на маникюре. Делать нечего. Сидеть еще минут 20. Вот ты меня развлекаешь. Понял. Своим лоховским поведением. Каким образом? Угу. Тут вся парикмахерская уже. Весь салон и все этот парикмахерский зал и маникюрный зал уже сидит тут над тобой, угорает. Все, заквакал. Да, молодец. Заквакал. Молодец, да. Ква-ква. Так вот, весь салон над тобой угорает. Девочки, не смейтесь так. Не надо смеяться, а то сорвется. Лошок сорвется, а мне еще 20 минут сидеть тут с вами. Кто нас развлекать-то будет? Из-за этого ты так как-то... А ну понятно, да. Тебя часто лохом обзывали, поэтому ты так реагируешь. Это я прекрасно понимаю. Нет, не обижали. Ну ладно, не обижали, значит, еще обидят. У тебя все впереди, ты не переживай. Я вообще не обижаюсь. Молодец, хорошо. Так, скажу. Совершенно верно. Ну, тебя уже и так обидели без меня, поэтому ну чего уже обижаться-то? А вообще ни разу не угадала. Ни разу? Так вот ты тоже не угадал, меня никто не обманывал в интернете. Один раз было в глубоком детстве, 10 копеек не додали на сдачу. Вот это был дел, да. А ты уже как
не особо хочу время тратить на тебя. Ну, понятно, естественно. Развод не получился. От начальства, от хеда, тем лидера огребешь. Иди, получай давай. Своих звездюлей. Давай. Лох. Не подготовился. Да. Чё-то он мне под плохое настроение попал. Алло. 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 Ау. Алло, Роза, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерия, приятно с вами познакомиться. Звоню вам касательно вашей регистрации. Переставали к дополнительным доходам, это верно? Инвестициями интересовалась. Да, вы мне подскажите, с какой-то информацией успели ознакомиться или ждали звонка? Да не ждала я, собственно говоря, звонка. А вы какая компания? «Газпром Инвест». Оставили заявочку. «Газпром Инвест», ну прекрасно. Слушаю вас. Вот. Хорошо, тогда я вас более детально ознакомлю. Вообще, со сферой, вот чем мы занимаемся, но для начала предлагаю немного познакомиться, чтобы я понимала и вообще могла предоставить для вас максимально комфортные условия. Подскажите, сколько вам полных лет и гражданство какой страны имеете? Совершеннолетняя гражданка РФ. Хорошо. Ранее двойного гражданства или паспорта другой страны не было у вас? У меня сейчас гражданство РФ исключительно. А ранее двойного гражданства либо паспорта другой страны не было у вас? Это не... другого гражданства. Это не имеет значения, потому что сейчас я исключительно гражданка РФ. Что было раньше, законодательство РФ не волнует. Нет, смотрите, это регламент нашей компании, по которым я задаю вам эти вопросы. Регламент... Если вы думаете, что мне нравится... Смотрите, мне нравится, в каком плане вы со мной разговариваете. Да мало ли что мне нравится. Абсолютно регламент на вопросы своей компании. Регламент я вашей компании? Конечно. Как? Это именно конфиденциальная информация. Законодательство РФ достаточно моего хорошо, гражданства если РФ. Я вам скажу свое гражданство и вот какого-то паспорта другой страны. Что вам это даст? Мне это совершенно неинтересно, можете не говорить. Так вот, и мне неинтересно. Если я не получу ответ на данный вопрос, я не пойму, сможет ли наша компания с вами сотрудничать. Сможет. Согласно законодательству РФ, может, по одной простой причине. Законодательство а РФ... Потому а что вы знаете законодательство вообще нашей компании? Прекратите, законодательство вашей компании нет... Регламент вашей компании может быть какой угодно. Но дело почему в том, вы со мной разговариваете в таком тоне? Вы с какой телевизор? Очень спокойный. Да, чтобы вы мне позвонили, с вами поговорить. Так вот... Если бы вы ее не оставляли, я бы вам не звонила, потому что мне совершенно не интересно с вами общаться. Не интересно, кладите трубку. А у меня нет такой кнопки. Нет такой кнопки, у меня тоже нет. Давайте дальше разговаривать. У вас нет кнопки положить трубку? Хорошо, замечательно, Роза. В любом случае, я выключила себе звук, мне неприятно с вами разговаривать. Я не понимаю, ну, виси дальше, виси дальше. Вы не хотите отвечать на абсолютно... Я не обязана отвечать. Если бы вас действительно интересовали инвестиции, если бы вас действительно интересовал дополнительный доход... Какая нервная деточка. ...на вопросы, которые никаким образом не касаются вашей личной информации. Я у вас касается. Не узнавала паспортные данные, и тем более данные вашей карты, либо другие какие-то конфиденциальные данные. Эта информация абсолютно... Какая? Никак не повлияет вообще на ваше будущее, то есть даже если я вам скажу, какой у меня возраст, то есть сколько мне лет, и свое гражданство, это, и вы мне ничего за это сделать не сможете. Мне неинтересно. Это я мне неинтересно. Не почему вы не хотите отвечать на данный вопрос, если вы не хотите продолжать разговор? Хочу. Давайте разговаривать. При одной? Ух ты. Если я делаю такой вывод, что вы не работаете. Потому что если бы вы работали, вы бы не тратили время. Вас можно как-то вот остановить? Или это не огород? Не остановишь. Но моя задача, моя обязанность, как сотрудника нашей компании, объяснить. Чем занимается наша компания? Объясняйте. Опять же, если повторяю, регламентные вопросы, получится их ответ. Так как если я на них ответа не получу, то я не могу делать выводы, сможет ли наша компания с вами сотрудничать. Сможет. Я не понимаю, с какой стороны вы вообще тогда эту заявку оставляли, если вы не хотите работать в нашей компании и не хотите... Безнадега.
не заткнешь. Ее обязанности. Какие обязанности? Какие обязанности? Ваша компания не может ставить законодательство РФ, свой регламент не можете ставить выше законодательства РФ. Я повторяю в третий раз. Я выключила себе звук, и я вас не слышу. То есть, вы не слышите. Вот, не слушайте. Вы что-то говорите, но я вас слышать не хочу. Ну, слушать не слушайте. Не желаю, слушать не буду. Потому что сейчас проверим. Дура набитая. Курица щипаная. Непонятно, зачем вообще это все делали. Я вас слышу. Слышишь? Я вижу, что вы что-то говорите, вижу по данным микрофона, что... Так слышишь или видишь? Говорите, но я не собираюсь в таком случае... Курица, прекрати кудахтать. Интересно, проверяем. Слышит, не слышит? Ау. Метода Васи Пупкина. Курица, ау. Молчит. Ну, ты все равно разговор идет под запись, поэтому вашему тимлидеру я скажу, что ваша девушка выключила микрофон и тянет время, палит, тратит ваш интернет, ваши деньги, вашей компании. Непродуктивно. Алло. Тимлидер. Просто так, бездарно. Эта дама, курица, вернее, щипаная, тратит ваш интернет. У меня тоже нет кнопки сбросить звонок. Поэтому будем висеть. Столько надо, сколько надо, столько и будем. У меня интернет безлимитный. И связь тоже безлимитная. Тем более у вас входящий звонок. Поэтому деньги палите на интернет вы, а не я. За что гребете? От тимлидера. Ну что, ждем. Пусть молчит. Нам не трудно. Проверяем дальше методу Васи Пупкина. Звонит какая-то мошенница. Из непонятно откуда. К «Газпрому», не имеющей никакого отношения. Поскольку доминировать не получается, она решила обидеться и делать вид, что она выключила звук. Тем не менее, сидит и слушает, совершенно очевидно. Алло, слушает. Вы уже поговорили? Да, уже поговорила. Дальше продолжаем. Уже поговорили? Да? Отлично, можем с вами продолжить? Несомненно. Продолжаем. Нельзя, оказывается, трубку положить. Сколько вам полных лет? Совершеннолетняя. Что еще раз? Не могу услышать. Совершеннолетняя. А, вы уже совершеннолетняя. Это прекрасно. Сколько еще вам? 18-19 лет, правильно? Нет, не 18. И не 19. А по голосу как будто больше 20 и не слышно. Ну, пишите сколько хотите. Пишите 19. Какая разница? Хорошо, напишу 19. Отлично. А вы мне подскажите, кем... У меня собственное эскорт-агентство. У вас собственное эскорт-агентство? Да. Набираю сейчас девушек. Набираю сейчас девушек. Оно мне досталось от папы. Папа был шнифер знаменитый. Сейф и щелкал, как косточки из компота. Да. А вы, подскажите, вы в Питере, может, проживаете? Нет, я проживаю, может быть, в Москве. В Москве проживаете, у вас свое собственное эскорт-агентство, правильно? Которое досталось вам от папы. Совершенно верно. Вы не хотите? Ну, хорошо. Я набираю девушек на работу, умных и красивых. Вы? Хорошие зарплаты. Набираете девушек на работу, да. Умных и красивых. А какая зарплата у вас? А вы хотите устроиться? Зарплата хорошая. Очень хорошая. Зарплата хорошая. Но для этого нужно высшее образование и два иностранных языка, как минимум. Вы какими иностранными языками владеете? Английский. И все? И испанский. И испанский. Нет, английский и испанский. Окей. Okay. So, if you really... Oh, yeah. Yes, I am just now filling up your CV. So, let's go on. How old are you? Розочка, по-английски никак? Сколько мне лет, я вам могу сказать и так. Это ваш уровень английского, это
А вас никакого. So, it's really necessary for... У вас эскорт агентство свое. For my CV. To know your education level, to know your age, and to know what languages you speak. I believe that you do not speak neither English nor Spanish. Ау. Вы все сказали? No, not yet. I can go on. And also I need your picture. Я узнала, что английский... In bikini. There is no need to send you your nude photos. Va bene, parliamo. Sì. Io volevo chiedere una cosa. Quanti anni hai? Volevo sapere un'altra cosa. Che università hai graduato e quando? E quando? Мне уже не нужна ваша фотография, вы не говорите ни по-английски, ни по-испански. Вы мне не подходите. А вы говорите, а вы на каком разговариваете? Роза, ну о чем вы говорите? Ну ни о чем вы говорите. Если вы даже разговаривать нормально не можете. Прекрасно я разговариваю, только так и надо разговаривать в эскорт-агентстве. Че, деточка не думала, что я ее проверю? Правда, не испанский это был, а итальянский, но в принципе... Они друг друга более-менее понимают, по крайней мере, я понимаю испанский достаточно неплохо и даже немного португальский. Ну, у меня английский и итальянский тоже далеки от идеала, многое подзабыла уже, но тем не менее, девочка из всего этого поняла «How old are you?» и «Фото». Из всего моего примитивнейшего монолога. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Слушаю. Алло, меня зовут Артём. Рад с вами познакомиться. Звоню вам буквально на несколько минут по поводу вашей регистрации на инвестиционном проекте компании «Газпром». Слушаю. Подскажите, что вам больше понравилось в рекламе нашей компании? Ничего. Ничего не понравилось. Хорошо. Ну, в принципе, я вам звоню с целью разобраться в условиях заработка с нашей компанией, чтобы вы уже с сегодняшнего дня получили свою первую прибыль. Uh-huh. Вы мне только подскажите, какой опыт ранее был в сфере инвестиций? Хороший у меня опыт в сфере инвестиций, поэтому сразу к делу, пожалуйста. В сфере инвестиций, поэтому сразу что? К делу. Uh-huh. Хорошо. А скажите, а что в общем слышали о компании «Газпром»? Молодой человек, вы можете сразу к делу, а? Ну, смотрите, мне же немножечко нужно с вами познакомиться, чтобы подобрать для вас более, так сказать, выгодный, а главное, комфортный формат дохода. Молодой человек, меня не интересует доход. У меня достаточно денег. У меня одно из лучших эскорт-агентств в Москве, Red Stars. Мне не нужно зарабатывать, мне нужно вложить деньги, которые у меня есть. Я вас прекрасно понимаю, но вы же обратились в сферу инвестиций с целью получения дополнительного дохода, верно? Целью вложить деньги. Доход мне девочки зарабатывают. Да. Ну, то есть, в принципе, как сфера инвестиций работает, вам известно. Знаю я, все знаю. Я свой бизнес поднимал с нуля в 90-х. Я понял, хорошо, хорошо. Да. А вы мне тогда, пожалуйста, подскажите, а сколько бы вы хотели бы зарабатывать дополнительно вместе с нашей компанией? Чтобы я понимал, сколько вы на самом деле. Давайте я вам буду вторую зарплату платить, чтобы вы наконец думать смогли. Нормально. Не нищебродски, а вот думать. Вы читали Прудона «Нищета философии», нет? Вернее, «Философия нищеты». Нет, ничего. Ну, понятно. Ну, значит, у вас маленькая зарплата, вы все время думаете только о заработке. Еще раз говорю, мне нужно инвестирование. Хорошо. Ну, просто смотрите, как правило, все мои клиенты, они приходят с целями. И, как правило, с глобальными. Скажите, у вас же есть какая-то цель, в принципе, на которую бы вы хотели заработать? Вам обязательно что-то надо записать, пишите «хочу купить яхту Абрамовича». Нет, если вам обязательно нужно что-то писать. Я просто хочу с вами немножечко познакомиться, чтобы, в принципе, ну, подобрать для вас более выгодный формат дохода. Меня зовут Люция Профанцевна Ферд.
Мне 45 лет. Я хозяйка эскорт-агентства Red Stars. Что непонятного? Что вам еще надо? Тут денег у меня до хрена. Я хочу их вложить. Если вам надо писать, с какой целью, пишите яхту Абрамовича хочу купить. Хорошо. Ну, тогда нужно уточнить один очень важный момент. Так как мы являемся государственной компанией и напрямую работаем с банковской структурой, к сожалению, не каждый человек может принимать участие в нашем проекте. Но мне подскажите, у вас есть на данный момент аресты по каким-либо банковским счетам? Молодой человек, вы слушаете, что я говорю, или вы мимо ушей пропускаете? Я вас слышу. У меня одно из лучших эскорт-агентств Москвы, Red Stars. Я хочу вложить деньги, которые у меня остаются после этого бизнеса, после всех расходов. На макияж, шмотки, цацки, машины, водители, охрану, девочек, венерологов, всех. Вот. У меня остается до хрена денег, я хочу их вложить. Какие аресты? Во что? Я сама могу Грефа кредитовать, если надо. А можете повторить, как называется, а то я не услышал. Red Stars. Замечательно, хорошо. Я вам задал вопрос касательно банковской структуры. Маточек, я сама могу кредитовать понимать... кого угодно. Какие задолженности? Вы о чем? Я сама могу Грефу в долг одолжить. Что непонятно? Все, у вас все замечательно. Так и скажите, что у вас все хорошо. Так же будет намного проще. Давайте разбираться, как мы будем с вами зарабатывать. Давайте. Зачем мне зарабатывать? Опять же, слушайте, давайте вам... Давайте вашего начальника, я с ним поговорю, пусть он вам зарплату повысит. Ну, невозможно про заработки слушать. Зарабатывают у меня девочки лицом и другими частями тела. А я хочу инвестировать. Что вы хотите? Инвестировать. Медитировать? Инвестировать. Медитировать я тоже хочу. Но, к сожалению, на это нет возможности. Я просто не понимаю, что вы говорите. Инвестировать хочу. Медитировать тоже. Все. И, то есть я вас как специалист не устраиваю. Почему? Кто вам сказал-то? С другим специалистом? А почему? Кто вам сказал-то? Я сказала, медитировать хочу, но времени на медитацию нет. Инвестировать хочу. Давайте. Начнем уже говорить по делу. Все, хорошо, хорошо, давайте. Что дальше мы будем делать? Хорошо. В таком случае давайте разбираться, как вы сможете сами заработать. Формат заработка, не который я вам мне... подобрал, дивиденды. Как вы для себя понимаете, что такое дивиденды? Молодой человек, я понимаю, что такое дивиденды. Я не собираюсь зарабатывать, я зарабатываю в другом месте. Я вас прекрасно понимаю. Вы обратились к нам с целью, чтобы инвестировать свои средства. Средства. Но вы можете сказать своими словами, как вы понимаете, что такое дивиденд? Хорошо понимаю. Я примерно понимал. Вы прекрасно понимаете. Прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю. Все 4 тома Фихтенгольца я прочитала, что такое дивиденды, знаю. Дальше. Ну, можете рассказать своими словами? Молодой человек, я не собираюсь вас учить. Мне еще и своих девочек обучать ходить красиво, а, вы знаете, а не задницы вилять. Еще Но... раз? Еще раз? Мне и без вас есть кого обучать. Я знаю, что такое дивиденды, едем дальше. А вы знаете, как наша компания выплачивает дивиденды? Каждая по-разному. Ваша как конкретно выплачивает? Каждая компания по-разному. Вот поэтому я вам и хотел рассказать. Ну, рассказывайте. Ну, конечно, время, деньги. Смотрите. Ну. Совершенно верно. Смотрите, наша компания выплачивает своим акционерам 25% дивидендных выплат от суммы, которая находится на их счету. То есть, что это значит? Вы закупаетесь акциями на определенно комфортную для вас сумму, и наша компания вам выплачивает дивиденды так, как вы являетесь акционером компании. Ну, а именно 25% от суммы, которая лежит у вас на счету. Угу. Чтобы какой... было проще посчитать, я умею считать. Не надо, молодой человек. У меня свой бизнес. Как вы думаете, я умею посчитать 25%? Нет? Давайте будем отталкиваться от той суммы, которую вы бы хотели бы вложить. Давайте будем отталкиваться от того, какая компания и какие акции мы будем покупать. Мы компания «Газпром». То есть мы будем покупать акции. Вы создаете свой инвестиционный счет. Где? Покупаете акции. Чего? И, соответственно, на этих акциях получаете доход. Дивиденды. На акции нашей компании. Газпрома. На этих акциях получаете доход. На акции «Газпром», правильно? Конечно, совершенно верно. И «Газпром» выплачивает дивидендов 25% в месяц. Я вас правильно поняла? Да, совершенно верно.
Странно, этот самый Миллер в курсе, что он выплачивает дивиденды 25% в месяц? В курсе? Не, не в курсе. Вы дивидендную политику «Газпрома» вообще читали на сайте «Газпрома», не? Да, да. Не, да, интересно. Где же вы вычитали-то это 25% в месяц? А где вы вычитали, что не платят? Мальчик, ты кого развести пытаешься? Люцию Францевну? Ты что? Что-что? Можете повторить? Ты кого развести пытаешься, щенок? Ты Люцию Францевну развести пытаешься? Вы вообще знаете, с кем вы разговариваете в данный момент? С дешевым дураком, который себя «Газпром» изображает и пытается развести Люцию Францевну. Я таких, как ты, 90-е на завтрак ела. Я таких, как ты, в 90-е на завтрак ела. А вы сейчас общаетесь с менеджером государственной компании. Да какая ты государственная компания? Господи, боже мой, ты еще хвост поднимаешь на Люцию Францевну. Я всю твою государственную компанию знаю наизусть. А кто я тогда? Дерьмо дешевое. Знаете, кто я? Дерьмо дешевое, которое пытается тут что-то из себя изображать. Но ты даже мошенника не можешь изображать, потому что ты еще и дебил к тому же. Понимаешь, мошенник, он должен быть креативным. А вы на оскорблениях свой бизнес построили или как? У меня жесткий бизнес, понимаешь? Жесткий. А почему вы со мной так разговариваете? Да потому что ты дебил. Как с тобой еще разговаривать? Пытаешься меня развести. Люцию Францевну еще никто не разводил. У вас что-то не водится в жизни? У меня все прекрасно, я тебе еще раз сказал. У вас что-то не получается в жизни, вы решили на мне отыграть? Да нет, я просто не люблю, когда какой-то там дешевый щенок пытается мне тут лапшу на уши вешать. Дивиденды «Газпром» 25%. Мальчик, я таких, как ты, на завтрак ем. Ты понял меня? Чудо в перьях. Государственный проект. Блин. Ай, да докатились. И куда катится этот мир? Раньше мошенники были, знающие, грамотные, с харизмой. Могли хоть что-то сказать. А тут звонят дебил. Скрипт ему написали, и вот он чешет по этому скрипту. Заработок. Я понимаю, конечно. Ну да. Ну, давай, читай дальше. Я, конечно, понимаю, что вы уже пожилая дама, и вам нечем заниматься, чтобы провести свое личное время. И поэтому вы так решили на меня отыграться. А я здесь при чем, можете сказать? Да потому что ты дебил, и ты пытаешься обмануть Люцию Францевну. Ты не знаешь, на кого ты хвост поднял. Кошак ты драный. Почему вы сделали такой вывод? Кошак ты драный. Понимаешь, ты на кого хвост поднял? На Люцию Францевну. Я всю твою контору куплю, продам, еще раз куплю и еще раз перепродам. Ты меня понял? Да. Вы меня слышите? Слышу. Ну, читай дальше свой скрипт, я таки послушаю. Вы меня слышите? Слышу, сынку, слышу. Алло, все, пропал. Че-то он мне под горячую руку попался. Да еще из образа владельца борделя я не вышла. За Дона Педро! Кеншая Гоцман, тот самый Гоцман, и мордой в землю попрошу вас полежать. И не балуем, Лёша пакует, а я поехал сестре Розе помогать. Там что-то моня, как всегда, доводит Розу до греха.